Стали, да, сидели. Мы с Ванкушем готовились, думаю. Так, но... это Ханамура, ребят. Ханамура — это драка, где просто... Точнее, карта, где просто драка, по большому счету, 5 в 5 все время, потому что там две линии, супер мало всего и так далее. Что, будем письку банить или забить? Конечно. Ну, да, так да, это мейн керри. Прикантривать. Можете Мурчальный кексу забанить, но это такое. Да, Мурчальная эта карта говно в любом случае. А, ну карта, да, да. Бань Кассию. И там Кель в свободном выборе. Ну, Кель не так страшный, как... Мы его слишком часто видели, чтобы люди... Короче, а кто у нас на какой роль играет? Я могу на хиле поиграть, я могу на светике. Я задрочил две сигнатурки себе, килтузада и этого. Можно зашафлить Тима хоть каждую игру и придолгу посчитать, сколько очков заработала команда. Сейчас скажу. Короче, у меня Орфей есть и килтузад. Это, кстати, тоже хороший вариант. И все остальные танки. Килтузад. Вот эту девочку, которая лазером на 20-м без конца жжет, может. Вот ее я забанил только. Это Лемин, да? Да, если что, мужики, на Рогаре. Я, короче, могу на хилах, могу на мяснике, могу на... Ну, Генжи, наверное, это не то, что нам нужно. Хм, Андрюх. Если на ФПЩа гороши отдадут, я возьму сразу. Я не умею горошем, если что. Нет, так Ванкваш пикает нам гороши. Или мы сами тут пикаем, как-то. Вы сами пикаете. А, сами. Да. Не, горош это мне. Я могу последним оставить пиком, чтобы типа пытаться изменить. Ну да, нормальная тема. Поехали. Я думаю, этого надо забанить, Каразима, потому что, по-моему, Карпентер только играет. Каразим, да, да, есть такой Каразим, этот мерзкий. Это хил такой, который с кулака бьет все время и стазис складывает. Иста... Ну, кекс артанис. Я готова. Вопли, вау, это отлично. Это херня, все. Чило, больше ни одной игры не проиграем. Ни одной. Unless flying, о, этим, Анной будет? Анной? Но... Надо ли нам это? Лучше уж Валька бы взяли тогда. Я могу с Петиком поиграть. Или Трейсер тут как этот. Или, ну, Абатур на этой карте херня. Вам надо выбирать. Че, могу Рогаром? Не могу. Бери Рогара, давай. Эрик, я не понимаю, все верят в твою Трейсер? Ну, в принципе, тут... собрались ради этого. Тут как минимум Вала я постараюсь сделать нам пик, чтобы Трейсер не страдал, но будет тяжело. Не-не, да забей, от чего я должен страдать? Ну, типа, это Вала... Тебя скушает как нефиг. Да, и похер на него. Вала фрикил. Чё, Каразим забрал? Рогар. Но там мало времени на пик. Я даже не помню других персонажей. Там Карпентер, Снеговик остался и Писканавт. Может, Шутера кого-нибудь забанить просто. Писканавт тоже последним пикнет уж, очевидно. О, Писканавт, ты прям ласт пик. У, сука, закрывать будет. Ой, да, блин, не знаю. Кельтузада возьмет. Кельтузада. Флешка, ты кем играешь? Леонара. А флешка? Похуй. Флешка траву, по-моему. Да, он зашел. Ну, мы орду собираем, зак-зак. Они переобулись. Он на хиле, что ли, будет? Кек В? Да. Джоанна, Фурион. Так они проебали. Флешка еще на ком-то играет? А траву тоже кто? О, лоб, не слышите? Еще, да, вот да, ты еще играешь на ком-то? Слушайте, я просто это, я вам говорю, думаю, что за бред. Нет, ты был замечен, судя по всему. Я могу на ком-то играть? Типа, я мог на ЕТЦ, но типа ЕТЦ, типа, его закрыть недоступен. Так что могу взять кого-то другого, типа, если из открытых, кого скажете. Время ранее. Бери трава. Я возьму. Да, играй на ком шаришь. Опа, опять мусор выносить будет на реварике. Попробуем вынести мусор. Блин, у нас очень много милишников. Ну, я высасываю милишников, а вы там под это, подсрите, так сказать. Ой, мы подосрем, ну, как следует. Я буду этот, баскетболист играть, буду закидывать вам мячи. А чё у меня, кстати, на Ригаре ульту брать Бладласт или хил? Тут можешь и хил, на самом деле. Сложно сказать. Мы можем пересвапаться, если хотите роли. Бладласт, в принципе, жесткий, нет? Никто не хочет свапать этим персом. Ну, я не играл ни на ком, кроме Ригара здесь. Андрей, смотри, просто этот, у них два персонажа, которые с ослеплением, и один с рутами. То есть, ну, там такое... Это... Снимать это говно, короче, да? Они контрят мой Трейсер, пытаются, но у них не получится. Это Трейсер из Мастера Лиги, поэтому... Я, кстати, ни разу не видел Карпентера на Лунаре. Ну, и не увидишь больше.
Да, первый смотри сам. Этот, если оно на тебя прям активно будет бить, то это как бы такая неприятная ситуация. Я ничего не знаю, я знаю, что я вношу ДПС, дальше мне ничего не интересно. Давай, Нас. У Пискарафта почти 777 мой уровень. 3 семерки. Йоу. Ну, у нас больше, у нашего Леорика. У нас, Андрей, на следующей карте какой-нибудь с тремя линиями возьмем Батура с этим солдатиком и будем ху всех. С каким солдатиком? Работу. С моим солдатиком. Да, с зеленым солдатиком? Да. Ну, просто эта карта херово была бы, эта карта согласен, не для Батура. Согласен. А карта просто нас будет выбрать? Ну, я просто первую создал. Ну, какая разница? Ну, в картах никто не разбирается. Ну, там Пискарафт, наверное, мог замашить. Ну, что-то они ничего вообще... Да и похер. Ну, типа, смотри, но эта карта, как бы, она просто, ну, отличается... Я ничего не говорю, я про то, что они вообще не это, типа, ну, пикнул бы другой команде, ну и пофиг. А что, игра есть? И кекс грузится. Да, загрузка нет. Ну, я хз, мне натроли, наверное, что, валу. Ну, и, кстати, у нас много таких толстячков вперед, я могу брать ДДшеров. Ты натроли, на самом деле, сейчас... Кирилл покидает матч, кстати, написано. А паузу кто ставит? Пытается повторно зайти в игру. Куда он? Он пытается повторно зайти в игру, но... Давайте паузу. А пауза есть. Добрали героев со слеплением они, понятно. А кого слепление там можно поинтересоваться? У Джоанны, да? А, сплению Джоанны и ульт Артанис. Такая вот большой кружочек на нас падает, типа. Все, понял. Это... Так, и чё, кто куда идёт, капитан? Флешка соло или я соло, решайте. Давай, иди ты. Ты сам да, иди соло. Нет, лучше это вниз. Ну ладно. Такая разница. Карта же симметричная. Ну, мы не знаем, куда они пойдут, поэтому все равно будем бегать, наверное. Ну да. А приветственной драки у нас не будет в начале? Может случиться, может, если... Вы можете отлететь очень жестко. Не, мы нет, мы не из этих, кто отлетает жестко. И, Андрей, типа, на Регаре хил вначале лучше экономить, типа, вот, на крайний случай кидать. Конечно, я... Драки не видно, они где-то тут шкерлись. Вот это, снизу. Да, это вард, если что. Так, ну они снизу. И что, мы оставляем тебя одного, идем вверх? И там свапаться, они пропушат. Свапаться? Го свапаться тогда. Давайте, подходите. Только аккуратней. Ты наверх тогда, получается, сейчас придешь, да, на своем этом? Да. Я пока попушу, чтобы опыт не теряли. О, Наруто. Угу. А где остальные у нас? Ну, еще не пришли. Сейчас перебегай. Да. Ну, я пока опыт не хочу, чтобы мы теряли. Я что думал, мы норм, типа, все бегут сверху, сейчас зажмем, типа, пиписканавта там, что-то... Пиписканавт. Нормас. Я на месте. Андрей, ты умеешь лечить? Да, я хил, я твой лечащий врач. Это здорово. Так, чел, ты один там? Ну, ты, думаю, в курсе. Да. Ой, давай. Хорошо. Это стоило того, если что. Точку забрал. Да, нет? Точно стоило того. Я думал, мы какой-то разметчик дадим, но на самом деле нормально, мы по опыту не проигрываем толком. Поэтому получается, что более-менее стоило. Я сейчас вернусь с бомбой. Блин, Карпентер выглядит как штучка, которую легко убить. Он так прыгает, как да, это. Но он прыгает постоянно, в этом проблема. Сейчас талант больше. Мне надо, чтобы вы что-то начали, я могу начали. Убить. У них талант есть. Разница в таланте. Неудержимость какая-то. Штуки, да, к сожалению. А, трасса. Карпентер к вам. Блин, я застрял. Это горош, хорош, как бы. Сюда. Это наш горош. И он хорош. А помощку набью здесь. Может быть, наверх они сбегаем. Еще одного. Хорош. Блин, они забанят его тебя, чел. Ты слишком хорош. Че, давайте эту штуку сломаем, чел. Поэтому я подготовил несколько героев. Там 7 секунд до этого. Давайте сломаем эту залупку.
Надо же всего трех героев. Экс наверху. Окей. 3-0. А мы телегу что, толкаем? Нет, тут уже толкают они. Кекс ушел. Толкаем, да, толкаем. Да, везем тележку. Кекс ушел. Я фланкую, если что, с ним еще. Я попробую Карпентера опять подсветить. Слишком хорошо подцепил. Ага, далё. Я увожу, увожу мопед. Давай, давай, ребят, чуть бэк, подхилиться надо? Или чё? Надо тебе уйти. Какая проблема? Да, нормально, нормально, я резко. А мы этого не можем, Кирилл? Смотри, он тут быкует на нас, да, как да, будто бы. Да, кекс, это, без контроля. А остальных можем еще кого-то? Ну, можем, можем, да, работаем. Снеговика, например. Канат. Снеговик это? Так, канат колёс. Да-да-да. Песканат сзади, ребят. Каким говном меня убил, я не понял. Ну, песканат это только реально нормально. Кто за рулем? Довезите тебя. Так и это Вопли. Вопли расстреливает Андрюху. Ему больно. Я нормально. Надо на колодце отхилиться, сейчас вернемся. Да-да, сейчас подхилю еще. Уезжает наш трактор обратно. Да-да-да, надо цеплять их. Их пока мало. Вот на кекс в одного. Смотрите, хил, песканавт. Там сзади песканавт уже, это. К вам его. Надо убивать песканавта на земле. Так. Так, это яды, блин, хуяды. Я подхилил. Это фунары, ясно. Я понял, да. Яды, хуяды. Драчка тут, конечно, крепко идет. Там кекс красный, если что. Меня сейчас добьют. Отходи. Да, старайтесь просто не умирать пока. Мы же телегу везем, все хорошо. Нам даже нет смысла за килами давить особо. Просто не умирать и убивать их. Да, давайте. Ярик. Ну вот довезят телегу, поэтому нормально. Угу. В принципе, нормально получилось. Ну все, ведем обстрел. Не, повисился. Повисался. Надо? Да, я просто игра завис. Ну так нажмите. Ну, у меня именно она вылетела. Компьютер, так сказать, чемпиона у тебя. Угу. Переподключение. А, я сдох уже. Ну ладно, забейте, отжимайте я тут. Так ты зашел? Да. Я в игре. Отходите. Да, там сейчас могут побивать вас, надо уходить. Пауза вонючая, сук. Хилы, типа, есть, да, это убийств нет. Ну, в смысле, наоборот, убийство есть, а экспы нет. Да, он неплохой, но эта штука тоже нормальная в целом. Надо вниз кому-то просто качать эти. Там просто вниз он пойди сейчас, чтобы тебе собрать. Я думаю, мне Бладласт надо брать, чем то, что мы все милишники. Я пойду вниз, и... А может быть, нам надо ниндзю взять этого крепкого? Так, я наверх иду. Ван пишет, ты смотрите, там... у них сейчас десятые будут. Не, я умираю, это нормально. Это частая ситуация будет. Что? Трейсер не хочет стрелять, она разучилась. Не лагерь, нет, да? Тут снеговик крипов бьет. Надо не дать ему. У них десятый, чуть-чуть надо десятый на набрать перед дракой, а то это. У них ульты появились всякие разные. Давайте обратно заберем. Я, кстати, далеко очень. Ты смотри там аккуратно. Да я умру, да. Я злодался. Дайте самурая возьмем. А, там снизу. А, снизу был пробежать. Блин, я не знал, что там снизу можно было пробежать. Обидно. Носит процент. Самурайчика берите, да? Да нет, звонят. Так, и давайте еще верхних крипов тоже возьмем. Там турелька. Ну да. Так, на F-очку турелечка. Чё, давайте турель поставлю здесь.
Да не, не, пока не будем. Че это какашки летают? О, черный, нет, СП. Накрыл снеговика. Ох, а для нас кончится, по-моему. Нормально, убили. Карпентер каленый. На Кирилла душу. Я нас перебезел немножко. А вот карпа можно? Пробуйте его. Я заметил карпу. Ты куда ты собрался, родной? Дайте груз толкать. Я за дефу пока смотрю. Ой, блин, я тут отвлекся так. Так, а топ за деф иди там, самурай? Я за деф. Хорош. Вы толкайте аккуратно, если подходит, просто отходите. Так, я это вижен. Еще возьму. Александр, потолкаем. На, тут эти. Они придут на деф, поэтому лучше, лучше отойдите. У нас да, чуть отойдите, я крипов сейчас отойдите, беру. Отойдите, им все равно вести в другую сторону. Так, нам ну одна шо? Пачка до 13. Ульта. Давайте добьем снизу 13. Давайте. Или нет? Или еще один крип. Ну вот тот, уже тот. Еще два. Блин, спы уменьшили, похоже. Так, они сзади, можем ловить пытаться. Будем? Да, да, да. Так у них 13-го нет, у нас есть, надо прям сейчас напасть по-хорошему. Погнали, погнали. Я отделил их там. Чуть-чуть под этот, под шире стойте. Блин, что-то вроде там у Кекста один хп. Да, там у всех брони будет. Да, нас там у всех мало хп, ну что-то. Сука. Надо вопли убивать, мужики, сразу. Вот просто на него рейт-кликайте, он дэмэдж больше всего выдает. Да, так я на него напрыгнул, но он не умер. Нам надо фанковать, чтобы не мог этот жирничий вперед идти к нам. Я говорю, чуть-чуть разрозненнее в драке стойте, потому что все АУЕ, что было, оно попало. Яп. А у нас 4 милишника. Нормас, нормас, я, ребят, короче, нормас. Я, короче, в вопли буду ворваться просто. Да, да, так надо нам вопли. Кого ниндзю заберем вот этого? Потому что ниндзя... Но мы не проиграем, да. Они стеснее крепость, мы стеснее. И их ниндзю бы взять. Я сейчас пробую, да. Ну так подраться можно там. У нас 16 талантами, мы довольно мощно стараемся. Они тоже ниндзю взяли. Можем пытаться ловить. Они к нам идут на это самое. Давайте в валу ворвемся. Да. У них пушечка есть, правда. Вижен, а вы по вижену прошли. Да, по вижену прошли. Карпентер, я вопли кинул. Окей, ладно, мы прогнали карпентер, но он вернется, скорее всего. Я вопли убил. Сканат. Сканат, следующий. Теперь карпентер. Карпа. Блин, еще быстро сдох как-то. Вон. Карпа. Если вы разберетесь. Один снеговик остался, у меня хп вообще нет, чтобы драться с ним. Хорошая работа. Я могу чуть-чуть. Уходи. Да нормально, я мансирую вокруг лоха. Кек, надо бы отдефать. Я тоже курсю. Хорошая работа, ребят, очень хорошая работа. Спасибо, Андрей, спасибо. У них снизу огромный... А, у них снизу форт упадет, кстати, они не отдефят его никак. А мы вроде как отдефим. Это уже второй причем, да. Короче, на 20-м очень мощный талант у всех у нас. И когда я закрываю, на них сало висит, если что. То есть можете пытаться кинуть туда. Но главное, сами не влетайте прям вот жестко, так сказать. Так, что сейчас нам делать? Когда будет объектив? Давайте вверх побьем просто чуть. Давай. Один оставаться пушить вниз. И, опа, ловим из канавта. Блин, челы, мы с тобой вдвоем. Вдвоем. Блин, мне сейчас нужна пауза через... Вы сейчас... Кажется, вы не убьете. Так, чел, по-моему, пассис идет. Хотя... Валу. Я убью валу, короче.
Ой-ой-ой. Просто взять. Балу я горош, блядь. Горош хорош. Это наш лидер. За а поставьте сделал. Паузу, плиз. Ну или что, или я просто отойду на минутку. Нет, нет, у нас только пауза. Сука. О, этот Ванквиш, конечно. Этот, ну, типа, мы вообще можем, могли бы их душить, наверное, но просто я не знаю, типа, агрессивно упадет, не агрессивно, сложно. Ну, вал вообще отлетает, типа, что-то изи. Так, блин, с пяти ударов слышу. Один из самых тонких персов, наверное. Если в нее контроль идет, то там вот хил ее сыванет один раз, а потом все. Так, я пришел. Ну, хп меня вообще взять не могут, у меня там столько армора. Я отжираюсь, бегаю. Этот, можем толкать тележку, а можем этот... Ну, давайте я толкаю, вы пушьте, идите. Я вверх пойду пушить. Да, вверх активно пушим. Ну, просто можно втроем, она там быстро повезется. А, чем больше, тем быстрее? Ну, три максимум. Вот как поэтому. В вовере. А, самурай, давайте самурай быстренько. Давайте, Мы же довозим, да. Я они чуть снизу пропушу. Везёшь, Андрюх? Угу. Вы ведёте обстрел. Ещё чуть-чуть вверх подпушим и типа... Можем выбирать сторону, которая в последнюю атаку. Я снизу прям плотно запушил. Давайте наши эти, инженерный лагерь и самурая возьмем и пойдем. Да, давай. У нас там 20 скоро будет уже. И вот на 20 как снизу, раз... Снизу капец пуш идет, мы можем сверху что-то делать. Типа, 20 да, нужно сначала. Ниндзю возьмем, потому что... Смотрите, они к нам идут. Можно ловить их. Аккуратнее, шкип, это один, мы ниндзю берем. Не нападай. Берут фишку, пускай забирают. Потому что можно а попробовать. Все, шкип, можешь врываться. Они сейчас могут снизу пытаться это дефать как-то. Я сзади, короче, вхожу в валу сразу. Они манавежные, не манавежные. Они типа забрали, вижу. Аккуратно лаги собирайте, я пока их это... Я их в зоне. У них не спушится, лайк, кстати. Да-да-да, там еще ниндзя идет, поэтому. Там три телеги уже вообще. Дред, помоги Несу. Да я вроде хорошо. Они дефать пошли. Че, вверх запушим тогда по фасту? Да, 20 получаем и заканчиваем. Пушечку возьмешь? Yep. Подставить не забудь. Никогда не забываю. У нас, кстати, две пушки. Андрей, да, кстати, ты можешь есть. Читы взять на самом деле. Она такая удобная тема, когда чуть-чуть просели, у тебя хила нет, надо что-то кинуть. Да, 20 прям, вот. 20 талант, щиты. Потому что мы все рядом, скорее всего, будем. Наша сила не оспорима. Время и дальность действия жажды крови, мне кажется, это неплохая штука. Неплохая, да, но... Они идут, но, кстати, все внизу. Ну, пофигу, мы... Ну ладно, давай сейчас щиты возьму. Запорки сломаем и типа просто в сторону. Так как его просто им сломаем, все может быть? Что? Они же нам сломают, ну ничего не сломают. Только первую вышку. Я дурак поставлю. Побольше дэмэджа носить. Не стесняйтесь, вон, брать. Так, отходим. Я добью, а я промазал. Да пофиг на неё, сломается. Так а чё, давайте жарить их, у нас преимущество. Да, у нас 20. Ну, аккуратно. Всё, там вышка, кто-то пускай не, рвается, можно вышка, добить её и там их отжарить прямо на месте. Вышка. Чё? Я добил вышку. Ну всё, нормально. Шевал... О, хороший хилинг прям был сейчас. Из канат еще достанет. На мне делать. Они просто это. Меня зафокусили. Это ошибка. Давай отойдем или мы трон? Трон лодом или что-то? Есть. Я выкину этого челика. Просто периодически в трон что-то закидывайте, мы потихоньку это поломаем. Ты нормально хилишь? Я пока да хилю, но сейчас тяжело уже стало. Давайте отходим. У них один час же живой, а у нас подходит уже вроде катапульта еще или что? Мы по хп просились. Ну, я вроде сейчас подхилю еще немного. Я еще ворота есть, могу попробовать. Там давайте, у меня есть кнопочка, едет. У меня есть кнопочка, если что. Телеги дамажат жесть вообще. Да, телеги дамажат точно. Мне кажется, мы если... Короче, какое решение? Не сломаете, блин. На трон просто карпа. Нажать надо и все. Ну да, трон упадет. Найс. 1-0. Пропихнули этому писька нафту. А, турель надо было поставить, наверное, да?
Ну это фора, Андрюх. На всякий случай, так им. Так, теперь берем PowerFly и проигрываем, да? Бля, мужики, ну красавцы, не, спасибо. Не, все пока нормально, идем, идете дальше. Так, да, идете, в смысле, идете. Ну на PowerFly, ты уверен, да, в этом? Да, у меня только Анка, они Анку мне могут сразу забанить, если вы эти. Ну, сори, если шо, сейчас Абатур, ты Анка, я этот самый солдатик, мы так накидываемся на них. Я, если шо, вот сейчас еще треню другого чара, но пока нормально. Мне. Короче, PowerFly, мы это можем играть, но ты, если шо, играйте, говори. Играйте, если играйте. Шо, я всег... ты говори. Я всегда рядом. Дракон... Но... Драконий экран, край, пожалуйста. А, лузер пик. Я просто создаю игры. Мы выбрали карту, и мы тебе. Ну, я просто, я, тебе сказать, подряд создаю просто. Драконий край, пожалуйста. Я игру репутай залетаю, прям минута. Я, это своя игра. Почему я не могу нажать «Своя игра»? Слушайте, а после драфта мы можем состав менять, если что? Мы можем свапаться этим персонажем. Мне нужна минутка. А мне нужно... Типа, мне нужно еду заказать, БРБ. Ну, на голодную жду, то обязательно. Андрюха решил, что хочет заказать, походу. Ничего себе. Пашка, типа, минус трава, то, что контактно очень надо быть, типа, а он милишник. Если контроль какой-то есть, он стоит такой, молотом машет и как бы АФК. Нет, да это понятно, типа. Ну, конечно, есть бьет через Бонни, но он ККВ скорее, чем Покчамп. Через молнию мне говорили, да, как-то. Да, можете пригласить меня, не могу зайти. Там НС еще отошел. Я отошел. Мне кажется, они сейчас Леорика забанят. Ой, да они много сейчас забанят. Они Гороша, Леорика забанят, Трейсер, блядь. Я не верю, что они забанят Гороша. Ну, посмотрим. Ну, типа, они когда на лицо первые два кива вот эти улетели, я думаю, они офигели немножко. Не будут придумать контроль, они просто забанят. Я думаю, что я не возьму горошка второй раз, а я ошибаюсь. Не, они, скорее всего, считают. Ну, я не смотрю чат, типа ничего не смотрю, я просто предполагаю, что типа горош не делал чего-то страшного, а вот Леорик душил жестко. Вообще, так и было на самом деле. Но горош чувствовался. Ну, это нужно. Ну, тут на самом деле нужно просто да, против, чтобы понять, потому что как же ты же играл на своем персонаже. Просто была ситуация, вот эти ворота, которые закрывал, там закрыто было два танка и хил. И типа, вот и все, конечное, что он не мог сделать. Ванкич, еби их, как не в себя. Ребят, я очень плохо сыграл, я просто очень много отвлекаюсь, у меня тут некоторые все возникли. Я сказал, трейсер, она такая, типа, одна игра ебош, одна, типа, такая. У них были довольно мерзкие герои какие-то, но похуй. Да, я это говорю, и говорю, что будет тяжело. Ну, нормально было все равно. Я говорю, можно под тебя как-то придумать пик. Да не, я могу сыграть другим. Я могу сыграть на хиле на светике. Он, по-моему, вообще имба, ну, по крайней мере, вот на таком уровне. Он жесткий, да, там ульта. Он какой-то вообще дурной. Хилит еще что-то. Типа, могу сыграть на Ане, но это не уверен, что вы хотите там... видеть. А, Кирилл зашел уже. Все. У нас ванку еще нет. Могу сыграть. У нас Андрюха еду заказывает еще. Да, Ванки, если что, стука в норм тема, или лучше не надо? Как хил? Ну, да. Им надо придрочиться. С разгона ты не возьмешь нормально. У нас очень много милишников, я могу ранжевика сейчас взять, если они забанят гороша. Да, мы сейчас возьмем ранжевика, что одинаково пишут, смысле... всегда будет. Не, я имею в виду, что у меня есть сигнатурка еще одна. Так называемый человек, который дает взад. Кто-то зад, да вон зад. Ну это вообще игра-то турнирная, ребят, не забывайте. На турнирной игре может быть один тот же пик, 10 игр подряд, да. Это правда. Батон испечен или куплен? Ну, да батон еще нет, и драк-то идет. Он же уже бы заплесневел. Ладно, не устраивал такой ответ. Ты уже чувствуешь, да, как ты вгрызаешься в него? Да мне на самом деле тоже есть охота. Блин, какая-то
Лунара? Я понял, короче, они напикали весь пик, чтобы трейсер их не трахало. Это Лунара, она просто прыгает вокруг тебя, как коза. И не догнать ее толком даже на скачках. Она просто куда-то пи-пиу, типа, ядом намазывает тебя. Намазывает ядом. Ну, он что-то какую-то фигню сделал, на самом деле. Он трейсер мог вот вообще, чтобы она страдала. Ну, он не умеет просто, наверное. Но я и так, мне и так было неприятно, потому что... Смотришь на эту козочку, думаешь, она... Иди сюда, а она от тебя куда-то туда, сюда, блин. Че, забаним опять Кассию? Да, да. Ну, чтобы понимали, NS Dread, типа, Кассия, это вот она рывок делает и начинает пиздить. И милишникам она вообще мало приятного. Так, мужики, на месте. Хорошо, мы будем знать, но мы ее забаним, ее не будет. Да, бань Кассию. Драконий край. И чё, кто на драконьем нас... краем? Нет, драконьем краем тоже абатур, по идее, не очень хорош, да? Потому что надо дракона этого брать кому-то. Неудобно. Угу. Не, ну... Забанили Рорик. Кого они забанили? Нормально, нормально. Сейчас будет писконавта. Кого будем на это убирать? Лемин или Тасадар? Лемин это девочка Вайдер. Я не знаю, о чем речь. Мне кажется, Лемин сраную, Тасадар вроде похерный. Хотя не знаю, я не помню. Одинаково сильные, да, плюс-минус. Ну, Тасадар типа почти то же самое, на самом деле. Просто он, как бы сказать, спушевый больше. Лемин, если так бам-бам-бам, когда я откатили, бам-бам-бам, а он типа один раз так бахнул и все. Че пикаем-то? Говорю, кто ну, горош, ФП, наверное. Горош, хорош. Я пока не знаю, типа я мог бы опять хила... Кто у нас, я хилить буду или что? Я могу на светике поиграть хилить. Там Каразим Карпентера взял. О, наоборот. Каразим это что? Это хилвер. Возьмёт кто-то? А, хилл. И нас этого светика. Блин, ну я не успею сейчас или что? Или там время еще дают дополнительное. Так, это хил у тебя, да? Да, да, да. Ну я могу на Варене тогда разваливать кабинеты. Светик это пок хил, он еще усиливает героя очень сильно, какого-то у него бафа. Да и на танке могу любом, мне кажется, там я думаю разберусь по ситуации, я думаю это не так сложно. На Мурадине сейчас каком-нибудь. Че? Заря нет. Заря есть. Она в выборе. Это простая для понимания, типа про щиты там же кидаешь как в ловере. Угу. Там, кстати, Тасад... типа, может, мы сами Тасадара кто-то возьмет, он же вроде сильный. Я могу Тасадара взять, если хотите. Или у нас есть... Давай. Мужики, я могу взять Варяна, если хотите. Андрюх, up to you. Такое. Бери Тасадара, слышишь, ванкиш. Блин, думаю, могу Гонзо взять. Гензи или Варян? Мурадин еще есть. Рыгар у меня Рексар есть. У меня Рексар есть, типа, еще тоже, типа, Мурадин. Гензи нормально здесь, но учитывая, что Ханса, как бы, ну, очень издалека тебя фигачит, и ты им, как бы, не достаешь до него. Тебе надо прям на лицо ему садиться и так тык-тык-тык. Не, ну, если Гензи нормально... Ну, я на Варене, если что, тоже дикий вообще. Ну, поддержка тебе неплохая есть в виде Зари и хорошая. По крайней мере. Душой, Андрей. Душой не, ну, на Гензи я сильный игрок, если что. Плюс светит тебе хит, наверное. Ладно, скажи мне, короче, у меня есть, смотри, у меня есть Мурадин, есть Вариан, Рыгар и Гензи. Я что, Зарю беру туда? Да, давайте Зарю Гензи. Заря Гензи, ребят. Заря Гензи, поехали. Ой, капитан, надрафтил. Будешь устраивать клинок демона под этим баблом. А ульта у меня такая же, блэкхол, типа? Да. Ну там две, вторая какая-то. Конечно. Или затягиваешь, или отталкиваешь. Ну и на этой карте как, один хер и да, это нормально. Ну, для затяжки, конечно, Гонзо там может так нарезать. О-о-о-о. Я понял. Началось. Это плохой пик? Ну, нас будут постоянно пушить. Да, 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 но это кирилльские эти приколы у него. Это вроде бруды. Так, ну, он не совсем, но он очень мерзкий. Он одну линию просто сметает этими, ну, своим этим говном, короче. Жесть. Короче, Ярослав не верит в нее, но я кое-что еще покажу. Ну, давай. Да нет, я думаю, что она норм. Я не совсем понял просто, как на ней играть. Короче, идем вниз.
Ломаем две вышки. Прям сейчас? Да, все вместе. Если что, там заря, вот это, щиты кидайте там. Что, просто без скрипов, до крипов, как бы, или что? Ну, в смысле, прям вот с скрипами? Ну, но мы, типа, все это быстренько снесем. Мы не вышли прям это... с ноги, типа, вот эту, а две маленькие башни. Угу. А потом разбегаемся по ним. Жестко. Я внизу стою. Капитан наш. Да. А что качать у нее, короче, какие эти таланты? У Зари в этом пике, наверное, постарайся Е прокачивать щит на союзников. Короче, сейчас суппорт. Короче, у Светика, если что, вдруг есть хекс, есть небольшой нюк, есть усиление героя, ну и он постоянно перманентно хилит всех, кто рядом с ним, и у него потом еще там, ну, просто хилы есть. Знаешь, флешка, а давай ты в дамаг пойдешь. Чисто вот кушкой. Ну вот из овера есть вот эти ракетные снаряды. Ты примерно так же стреляешь кушкой. Вот. И чисто в кушку пытаешься вкладываться. А там, овере, где... ракетные снаряды, че? Ну, типа направо к мыши. А, и этот снаряд, я понял. Окей. Слушай, а Ванкаш, а мне брать эту? Идем наверх. Саря, мне брать мгновенное наемников побеждения, или это ты будешь делать все время убивать наемников? Не надо это мне или надо? Ты можешь взять. Челы, наверх. Давай. Тогда взял. Шкипер, наверх. Битва начнется через 10 секунд. Ганзо. Всем удачи, парни. Ганзо на месте. 5, 4, могу усиливать Ганзо, короче, в драках. 2, 1. Наверное, да? Или Зарю. Сражайтесь, не жалея сил. Щит такой это... медленный. Пешка, сразу мне щит дай. Вот когда подходи будет, давай. О май. Аккуратненько, аккуратненько. Все, разбегаемся. Они что-то все пришли. А почему вышки нас не били? Уходите кто-нибудь. Там... Сильвана. Когда он стреляет, он станет вышки. У меня билка есть. Вниз. Кто у нас куда идет? Кто вниз? Давай я вниз. Да, давай. А мне, а я с кем? Меня списать с лапкой? Тут один вверху и остальные на них. Да, ты можешь перелетать же. Ты... Ну, вагонок. Я сейчас уже один раз перелетел. Где проблема, туда летим. Так, на миде там проблема какая-то. На миде пока нормально. Сашка, у меня есть хекс. Короче, небольшой. Под хекс можно, типа, о, вот так вот делаю. Бум. Ну, собственно, вот все, что у меня есть пока. Тебя усиливать, чем могу немножко. А когда пушка по мне стреляет, башня, она меня заряжает? Вопрос. Да, любой дэмэдж тебя заряжает. А, так это имба тут получается. Могу впитывать. Так, я наверх еду. Ну я мне лучше гангать. Я внизу не буду брать, вот там аккуратно. Где-то, если где-то проблема, вы кричите, я буду тыпаться к вам и подхиливать. Захватите святилище, получите силу рыцаря-дракона и обратите этот край в пепел. Че, на письку, может, насядем? Ну, можно. Ну, вообще, они тут хотят этот. Не забрали. Мы не забрали, ребят, верхнюю, они сейчас уже ну, надо забрать. Я попробую центр, но у меня хп нет. А это чел, когда бьет, он хилит себя, что ли? Что-что? Ты побит. Да, я лечу, он лечу. Не дать просто ему дракона. Так что у меня ничего нет пока. Новые таланты. Ну, мид просто не будем отдавать пока. Ага, ага, просто экспитись. Да, да, да. Так, Инесс, если что, ко мне подлетишь? 15 секунд. Могу подойти пешком. Понял. Поймал меня. Так, надо сверху забрать бы эту штуку, там сейчас никого не будет, по идее. Забери. Я бегу, но они могу, не успеть. Попробуйте посбивать ему. Я попробую. Сбил. Мой клинок никогда не затупится. Контещу. Они успеют. Контещу. Я тоже бегу. Я не успею, это нормально. Сейчас хорош, появлюсь. Так. Могу прилететь наверх, на флешку, хорош. Подхилить его. Покажи, опа, хорош. Хорош. Поймали. Флешка, я тебя лечу, я тебя подхиливаю. Нужно и не одновременно, короче, это делать. Ну да. Смотрите, хекс дам ему тут, чувак. Че он тут? Нас надо кому-то ботать и ставить. Я пойду просто
Рагнарос тяжеловато. Так. Давай мы попробуем его приходовать, еще неожиданно для вас. Ну, если нас прилетит, хиксанем, мы его убьем. Давай, я бегу. Ну, меня когда? Когда я наверх пролетал. Смотри, 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 зажимаю. Окинуть. Жду. Нормально. Хекс, да, мы можем сначала. На центр иди сразу же. У нас тут отжимают, по-моему, эту штуку. Блин, мне надо бэкать. Или ты хилишь? Я постоянно хилю, просто когда ты рядом со мной находишься. Понял. У меня на 10-м будет именно хил такой покрепче. Так, хочу, чтобы ты лечил меня полностью. Все, мне надо назад, я бэкаю. Блин, я вроде себя уверенно чувствую на заре. Я лечу на тебя, шкеп, я хил тебе дам. Шкекс этому дам, чело. Блин, ничего не могу сделать в этой фигне. Сейчас я на письку прыгну. Дракончик сейчас заберут у нас, ребят. Или чё? Пока мешаю. Ну да, они забрали. ДФМ? Не, не успеете, не успеете. Я до базы тогда сейчас. Чтоб вернуться в фуол. Так, надо 10-й получать, так подозреваю. Ну что-то такое надо делать, да? Медуд дракон нас очень сильно. Как же он попадает всем? Драконит. Сука, до скорого, блядь, наберешь. От вашего форта остались лишь обломки. Наберешь еще раз. Три волны сверху. Угу. Понял. На мини-карте видно, как она. Угу. Надо дракона этого как-то доковырять. Он сейчас закончится уже. Ну да, вообще, реально сейчас закончится. Пойду какой-нибудь лагерь возьму. Есть подкуп. Подкуплю всех. Мой клинок никогда не закупится. Всех подкупил. Блин, сейчас... Будет это? Все, 10-й. Я тоже иду еще. У меня будет говнецо. Майн контрол. Блядь, раунд сбил. Неплохо. У них ульты появились. Да, ну у нас раньше. Тоже. Вроде как. Ну, есть чуть пораньше. Я не знаю, преднамеренно ли они сейчас что-то сделали, но мейн-контрол они сбили. А вот смотрите, какой-то чел просто да, остался да, тут давай. Один. А, вот тут не совсем один. Я бегу в мид. Можем подраться сейчас вместе. Надо спасать. Да надо бы, но типа такое, что-то у нас пока не особо получается. Вверх тут у нас дефает, там что-то делает. Там принцип... А, у нас там ребята работают. Да, там... Вверх там пушится. Ребята работают, ребята работают. Давайте, что мужики, работайте. Давай мы контролю его. Если он контролится, я могу перелететь на шкипера и похилить его или на Андрея. Да, давай. Пашка, ты через дамаг пошел? Да. У нас потом... Блин, ну у меня на самом деле, мне бы лечение не помешало, говорю, я пытаюсь размениваться. Я постоянно тут подхиливаю рядом. Посмотри, у меня 27 тысяч лат. Они сверху. Надо что-то где-то ловить, вот возможно этот лагерь сбросить. Может быть мой хил ты не видишь, но он есть. Нет, там далеко слишком. Они, наверное, вряд ли отберут сейчас лагерь или что? Давай фэшку внизу. Там это... Насекомые. Да, они забрали этот лагерь. Я верх забираю, эту фигню пойду. Фэшка, может, такая умолить.
Да, смотри, я что-то задумался. А на своем. Я наверх лечу к шкиперу. Ой, он успел уехать. Ну, тут, да, тут что-то миллион человек, блин. Ну ты типа один, тут их там четверо. Сказал мы бы хотя бы. Мы дрались один на один. Мы дрались один на один, а потом три человека из них. Блин, я хочу снеговика еще продамажить. Чего смерзко. Хочешь продамажить? Продамаживай. Ну что-то мы не играем как команда. Мы сосем миллиард левелов. И так далее. Кикнули карту, которая максимально... Они к нам не идут? Могут сейчас пойти, но вообще они пока поверху с огромной пачкой говна идут, и да, и эта пачка говна может дать нам в рот. Давайте все наверх. Попытайся пачку спавнить побольше. Их четверо будет. Сверху сейчас еще четверо будет. Ну чё, я как готов цепляю или чё? Я песканавтов хек. Всё, го-го-го-го-го. Я зацепил песканавтов. Тосну. Оу-оу-оу-оу-оу. О, пошла жара. Карпентра. Блин, ну летим. Блин, меня убили всё-таки. Давайте. Я хилю нас, или чё? Да-да-да. Достаточно хилишь? Ну, блять, какой есть, нахуй, другого не придумали, хила. Ну, парни, у меня золото по дэмэжу так не должно быть. Чувак, вкус забежал, как это. Так, нам бы что-то отжать, я подозреваю. Да, пойдем вот этот вот батискагер, я пару челов куплю, там на остальных добьем. А, у нас дракона забрали, а мы просто аф, что-то. Зато у нас есть челы. Шкипер, давай, берешь? Да-да-да. Я нападаюсь пока. У меня проблема, кстати. Есть такое. Блин, вроде есть хекс, он такой короткий. 1.5 секунды говна. По факту. Ёб твою мать! Что это, блядь? Рагнарос, он превратился в... Че, мы готовы драться, не? Или ждем 10 секунд? Мне бы хпшечку. Побитый очень. Да, тут полечимся. Я исцелен. Так, ну у нас, блин, ну они вот лагерь взяли, это сейчас пойдут дальше лагеря брать. Может, бля, ну мы сосем с такого уровня, что нам просто тяжело будет в любом случае. Я прям очень сильно разбиваю. Так одно уже. Ну, походу, все ГГ. Да, тут мы уже ничего не можем. Кажется, наш пик говно. Могу вот так резюмировать. Так, ну. Кайн. Да, непонятно. Короче, ладно, давайте я на Рейгаре тогда буду. У нас свап тогда происходит. У нас Powerfly заходит в игру вместо флешки сейчас. Нужно, я считаю, дать возможность всем поиграть. А может быть ты будешь на Ганзо играть? Да. Не, ну Ганзо говно, мне кажется, прям очень плохой. Где что такое 29 тысяч урона, простите? Ну, да. Супер бы уже 100 почти имел. Тут можно же этим зайти? Апсом, да, там правильно? Можно зайти в игру, и я тебе апсом назначу. Блин, не успел написать. Так, время создать нашу карту. А какую карту? А Вариант, типа, он дерьмовый, потому что есть подозрение, что Вариант было бы в 4 раза лучше, чем в Гензе. Да, можешь взять. Так он просто проще в 1000 раз, поэтому и лучше, что проще. Чего Валька так найти? Альтеракский перевал, ребят. Как я создавал, так он... А где чел Валёк? Чё он ушёл вообще? Фиг знает.
Надо телегу открыть, походу. Обиделся? Он в пробном режиме 6 минут. Тестирует персов, что ли? Ну, вообще, в верхнем канале. Там Андрей Сентине. Чё? Чел Валёк, чел Валёк, вы нужны нам, срочно вниз. И чё, на АФК что ли? Вот он в этот момент, когда его команда играет на просто АФК? Ой, да, конечно, да. Алло. Алло, Валёк, чел Валёк, залетай, ты нам нужен. Так, ну походу самое время расчехлять этого самого Киотузада. Ну, смотри, меня банить сейчас будут, мне кажется. Ну, если не недооценят меня. А ты на ком? Андрей, ты Ганзо, я Анна, мы играем не в Ходса, в Overwatch, поехали. Блин, да я не хочу Ганзо, Ганзо говно, он прям совсем бесполезный. Я лучше Варианом тогда буду, он хотя бы дамажит нормально. А, ну или Варианом, Варианом, вы же хотели вот эту хуйню, Абатур, Вариан. А будет, кстати, душу. Не очень плохо, если Абатур, Вариан и Анна. Звучит как полная хуйня, конечно. Но это надо у Ванка спрашивать. Ну, я буду танком, получается, центральным, а шкипер... А ты можешь каким-то... взять какого-нибудь персонажа, который в соло убьет их всех? Ну, есть я... Иллидан, но... А, это ты у Ванки сейчас спрашиваешь? Да. На первой карте Леориком. По ним ходил. Батарея есть? Ну, было 5 вообще, по идее. Ну, быстро, быстро же, по 20 минут. Хорошо, удачи, веселой игры. Спасибо за игру. Не расстраивайся, что кикнули. Мы всей командой за тебя. Так это... Го? Наверное, да. По-моему, у нас нет негатива в команде. Нет. Проиграли, играли, чё. Ладно, я начал. Не очень. Короче, альтракский перевал, ребят. Драка за форты. Они будут приходить, драться. А Батур на этой карте хорош. Конечно. Хорош. Если начать Warcraft качать, там 25 гигов. Ну... У нас капитан, кстати, я не смогу это сделать во время... А, капитан НС. Ну ладно, кого там забанить? Не, я флешки говорю. Я тебе забыл передать. Короче, я, мне кажется, понял, что надо делать. Может, не будем банить писканат, может, остальных забанить? Да, 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 да. Да, да, хорошо. Да, именно так. А, подожди, а кем там кто-то еще играл? Каразим и Рагнарос, и поехали. Не, Рагнарос, пофиг на него. Каразим и... Что-то кто-то там одного и того же героя тоже брал. Снеговик, что ли? А кем он сейчас играл вообще? Кто, кто против нас был? Я не успел запомнить. Снеговик играл на Джоанне, танк. Ну, писька а, был. Да, Джоанна, а, Джоанна, Джоанна, танк. Вот. Да, да, вот. Да, да, вот. А как она пишется? Дэджи. 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 Да, я нашел. Дэджи. Чё, так как пикаете? Вы пикаете солдат и абатур? Ну, не знаю, не знаю. Я могу на вас пик выехать. Нужна этому миру. Нет, лимин вообще похнули. Показываю Варяна. Ну смотри, если Ванкиш говорит, что на такой пик хуйня, что лучше взять тогда мне? Не, в смысле хуйня, я не говорю, что хуйня, я но говорю, если что... Анна Абатур плохо. Ну, и, короче, и... бери то, на чем ты хорошо играешь просто, и все. Я просто хочу сказать, Ярику надо сейчас играть как будто он профи. Потому что, ну, типа, вот. Держать линию... Как будто стоят... бы он профи... Так, чел, ты а говоришь, ты Абатур, да? Как профи, я сказал. Ты... Я не сказал, да, что ты не профи. Чел Ярослав, ты Абатур, правильно понял? Ну, да, да, да. Шикарно. Ну, раз ты варит. Шикарно. Смотри, я просто... Я мог бы быть... MTV, что там, аккаунт даст, нет? Это качать там надо. Я мог бы быть Варианом... Варианом...
Так он сверху сидит. Рубакой, убивакой, а могу быть автоатакером. Типа, могу быть варьером саботуром, могу быть без. Короче, мне в идеале батор взять ластпиком, на самом деле, потому что они возьмут героев, которые будут контрить, а так могут не взять. Ну, я возьму сейчас героя, если будет возможность. Ну, я так возьму. Блокирую я, блядь, что за заблокировать там? Бань, блокирую. Танк какого-то, мурадинная. Стежка, не знаю. Не, лучше этого... Блядь. Времени не было, Андрюх. Ты даже времени не было. Этот... Да нет, да, Кирилл не будет два раза на одном тоже героя играть. Он сейчас будет на рыбе, которая прыгает и бесит всех. Да хер на ней. На эту рыбу. Ну там нужно просто яйцо у него найти, сломать ему и все. Для этого, кстати, трейсер имба вообще. Да не, за что? Яйцо и трахает. Да, я тебя умоляю, какой нахер яйцо. Он стоит под вышком, ты, блин, непонятно. Там пока мимо вышек пройдешь, сдохнешь. Там этот, да. Этот имба, как он, летает, который в соколе, вот он находит яйцо и ломает. Да, имба. Я Эректиос пик тогда оставляю. А ты Орфей, ты играл? Реально, переобувка сейчас у нас может быть в конце. Переобувка во что? Ну, может быть, конечно. Ну... А чё там у тебя ещё есть-то? Да у меня мало героев, в принципе. Шкипера, ты играл на ней, да? Это же, блядь, игра ну, это. Да. Вторая твоя вот эта. У меня, я тебе говорю, у меня 2 ДД есть хитрых. Я же не знаю, это один из них. Ну и все, Батур Ярослав выходит, и здесь победа легкая. Батур Ярослав! Все. Они сейчас ГГ напишут, мы пойдем третью играть. Я что-то так кажусь с этого Батура. Четвертую. С этого сета? Бейбиситим Андрюху, чтоб не рейзил. Это наполовину именно чисто руин, наполовину победы. Сразу авто. Андрей, здесь типа прыжок или ничего? Ну, в смысле прыжок, ничего, я в дуалы буду играть. Чел! Так я саботур, ну я же саботуром, почему нет? Саботуром окей, но ты, ну не знаю. Да не-не, там сильно получается, не знаю как это работает. Я знаю, но... я знаю, что с мечом он нормально врывается, но ему не так не нужен абатур. Типа, с дуалами и саботуром он реально прикольно делает. Делает. Да, секундочку, я... БРБ. Окей, ну я не успел Андрею объяснить про то, что я не всегда буду в нем. Шли не надо толкнуть. Объясню еще. Он еще поймет. Ты можешь вообще забить через минки. Так? Через минки? Да нет. Во-первых, они не будут этого ожидать, во-вторых, типа. Там зачастую, мне кажется, у нас драки будут, когда кто-то будет каленый. Разумеется. Ты так тихо. Втихую там куда-нибудь сюда минки втыкнешь. Так, чё, как становимся по линиям? Вот у нас трое, шкипер, ванквиш, пауэрфляй. Куда становимся, как? Я могу снова линию стоять. У нас Андрей, это авк? Ну типа, да смотри, нет. Танку стоит с хилом плохо. Нет. Не? Ну я могу метаться. Без дэмэджа. Андрюх, ты ж в топе стоишь или как? В смысле, в топе Ярик стоит в соло, правильно? Я могу быть в соло, могу не в соло. Или нет? Они забили, что ли? Они боятся? Кекс сверху. Я бы шел бот стоит этого. Мы мыслим одинаково. Ярослав тогда сверху. Получается попадать? Да пока не промазал еще. Чу-чу-чу, блять. Мы тут довольно мобильные все. Типа шкипер забежит. Ну, какой мерзкий персонаж, вопли. У меня контактный чел. Мы бы могли на самом деле сервика сопнуться наверху, я так оттрахаю его. Ну, иди, спать. Я в любое место выезжаю. Давай. Место помогает сверху. Ты вниз что-то пойдет, да, я так понимаю? Она такой вопли по обработке.
не так балдел. Андрюх, я отошел на секундочку и уже все. Ну я думал, что ты не дойдешь на секундочку. Да, то саботур в команде кричи, когда помощь нужна. Ну типа того, да. Если Абатур, вдруг. Абатур, Абатур. Я в тебя вообще скажу. Ярик! Так вот. Я типа стою, так, у меня Ярик. Квест наносить удары автоатаки, поэтому я типа постоянно стараюсь драться. Батур с тобой. Это правда. Мемная озвучка. Там это лагерек сейчас надо потихоньку брать. Чё это за демо, что такое? Снизу драчка сейчас будет, ребятки. Я сейчас поеду. Нам нужен даже тут. Не, я так, Абатур, можешь в меня вселиться сейчас? Да, ну типа, нужно ли сейчас? На данный момент не так много, я лучше сверх опыт был или что? Окей, как хочешь. Так, драться можем начинать уже? У них там нет этого, ну тоже чела одного, если что. Он бежит к вам, он бежит. Карпентер очень блокует. Сейчас. Так, сейчас Андрей нападает. Залез, я могу. Меня можешь? Ну, ладно, Андрей, давай. Залез в Андрея. Эх. Не хватило. Я там так. Че, ребят? Делал. Мы на опыте выезжаем. Ну, в смысле, с опытом. Наверное. Я надеюсь. Ну, мне нужно подраскачаться немного. Сейчас пока что я еще не регенюсь с ударов, типа, у меня так себе геймплей. Мне нужно сделать да. Квест, мне нужно атаки. Лёг! Лёг! А! Как дела? Мы можем успеть, по идее. Я в тебя залез, вам пишу, мы работаем потихонечку с ними. Никвичку херово? Хорошо. Давай, Ванкиш, давай их. Трахай их, трахай. Ну, проебали уже, понял эту драку. Я видел, ты трахал, ты хотел. Так, а шо, Валёк, Валёк, ну я спрашиваю, что? Я не слышал ни одного раза, что... Я тоже не слышал. Так, все, у меня автоатаки восполняют дыхание, мне нужно квест поделать, подефайте, пожалуйста. Да, давай, делай квест, потом же всех трахнем просто с тобой. Так, 4 удара осталось, потом сверки всякие и так далее. Я вверх подефаю, вот чё. Хотя не уверен, что получится, скоро подавить. Должно получиться. Одному дал. Хорошо. Ой, мне там в лицо. Там бежит. Я вверх дефаю пока, ребят. Не хочу ни в кого лезть, потому что тут все упадет к херам, если я вылезу сейчас из вышки из этой. Самое. Так, я подхилюсь. Мне осталось не так много, на самом деле, для квеста. Сверки поподбирать. Так, нормас, нормас, нормас. Можно... Так, я пошел снизу подхилю челебосса нашего. Давай. Я в тебя, кстати, залез, если... А-а-а. Пошёл, а чё это? А чё это он? А чё это он хотел-то от нас? Это чё это он лезет? Не за трое вроде. Я в тебя залез, Андрей, пока. Чтоб ты чувствовал себя чуть увереннее. Но ты не забываешь, что на самом деле он не так много дает хила. Скорее, дэмэдж. Понял. Андрей, сходи с НСом, забери лагерь. Вы меня можешь сесть? Да я ж тебе сижу все это. Я даже не вылазил никуда, Андрей, там уже очень много челов. Есть стимулятор на тебе, Андрей. Топ сломал. Еду к вам в мид драться. Нормально. Я в Андрея пока сижу, но...
Ой-ой-ой, что делается? Что началось? По снегвичку сработать, ага, ага. Дайте. Далековато, нормально. Чё, тебе шоу, хорош, мужики, хорош. Отойдете сейчас все, я низ поломаю пока. Так а чё, зачем отойти, если можно дотрахать? Нет? Я, ну, не хочу этого сливать, у меня там демон просто нападает. Ладно, понял. Там никак вообще не подкинуть. Не склоняют головы ни перед кем. Ну, Ярик сказал отойти, надо было отойти, он же не сидит. Да, у меня просто у демона вот этого, видите, снизу, который все ломает, у него очень большой КД, а он умирает, если я в него не залезу, он тупой пиздец. Понял. Поэтому я как бы его засейвить надо было. Так, у меня до квеста осталось одно убийство и 10 сферок. Демон погиб. Банком прокинул туда. Так, что, заезжаем? Я вот здесь. Да, я в тебя залез. Сейчас буст кину, Андрюх. А ну в бой! По кому работаем, Андрей? По карпентам? Я ножки перехил, сижу, пока даю. Ваншоты пока лежат. Покидил, следующий. Отлично. Легко было. Так, я не спушусь. Я отвлекаю чуваков, кто-то должен захватить. Ну, Ильяна. Бесканавт. Я бесканавт отвлеку, короче, потому что. Я захвату. Как же Андрюха режет. Ну, я хилю. Маны на банку не было. Или как? Чего? Стихил пошел билдом. А, у тебя слип. Так, я по писке дал. У меня маны не было ни на банку, ни на что. У меня 0 маны было. На Ани... Есть Ярик, влезь в меня? Лучше... 3 секунды, Андрей. Сейчас будет. Поехали. Ну что-то вас мало, по-моему. Или что, или нормально? Да. Я мёртв. Блин. Вот этот лагерь, который на 8 уровне, здесь никто не брал, да? Возьму. Так, а ты во мне еще? Да. Сейчас продолжим, судя по всему. Ну давай. Принципе, а, там я... нажал кнопку карп. Блин, там ванкаш погиб. У них нет лимин с ними. 3 секунды, я резко. Можем втроем трахнуть, мне кажется. Я бегу. Не хочу, ну сними лимин. Давай, я готов трахать. Майн дебаггера нет. Андрей, давай сначала вот этого. Понял. А потом, или вот этого. Но никак не вон тех двух. Ну лучше вот этого. Они очень каленые сзади два. Не справились. А что-то просто этот стрелок, он вроде становится каким-то гипержирным, и его убивать вроде нет смысла, нет? Блин, ну, тогда мне... он... Мне нужно 10 сферок подобрать, это очень важно. Ну, сверки в лагерях попадают с вами крипов. Да, вот это вот надо поделать. Поэтому, когда говорю, заберите, лучше забрать. Андрюх, надо забрать. Надо забрать. Warfy, у тебя, короче, билд очень удивительный, поэтому от тебя будем играть. Ты, короче, слипаешь, мы в него врываемся, пытаемся любить. НС. Чё? А, меня ебут там? Вон. НС, разменяешь нормально будет? Или не получится? Смотрите, ребят, тут вот бегает чел супер битый. Понял. Ну, блин, не знаю, очень как-то информация. Просто НС это такая информация, я думаю, залезть что ли в кого-то или чё? Теперь писканав надо убить. Надим тут. Да. Блин, кажется, будет. Порты ломаются. Да блин, сферы грязные. Смело. Там снизу все пушится, к сожалению. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Ну когда что придумаю? Тут сейчас низ просто упадет таким темпом. Там так, пиздец какой-то. Я вниз буду входить, наверное, в них.
связь к себе. Есть пимич? А я залез. Да, уже включен. Там просто такая пачка крипов огромнейшая. Ну, вы, по-моему, не догоняете никого. Черня какая-то. Я наверху. Так, я на этот хочу сферки подбирать. Блин, где мне сферы найти? Я ж хер его знает. Вот, Андрюх. Давай убьем, сверху падает. Мы проигрываем немножко. Надо 16-й. Да. Работаю над этим сверху. Так, есть сферка. Снизу, 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 смотрите. Я залез в ванкаш, не знаю, поможет ли этому как-то. Ну, чуть-чуть помогло, но не сильно. Сейчас залезу в Андрея, конечно. Ой, ему вообще плохо. Андрей, я в тебе. Чего ж какой-то писканавта будешь убивать? Он, блин, стоит там, сыт на вас. Кирилл за мной просто побежал. Они все за мной просто побежали. Смотри, хил. Андрей пытается убить их хила. Убил. Я выжил. Давай, давай, Андрей, этого и этого. А что он может-то? НС, ты солидан, аккуратно, тебе босс может убить. Снеговик, сзади, слева, слева. Я просто помогаю пока. Блин, а сфер все равно нет сраных. Босс, босс нашу вышку ломает. Да, я А с босса сферы есть? Нет. Блин, добить бы, не дать бы сломать ему форт, пиздец как важно. Дэмэдж, кипер, все скиллы жми. Значит, все в КД. Все уже дал в него. Они все мертвые, надо бы забирать эту звуку сейчас. У них сверху сильно пушится, там фортик упадет у них этот, по идее. Втыкайте, втыкайте. Ну, короче, прям меня вгрызается, это... Давайте я пойду, вы пока на линию и фармите. Ну чё, ну это Ана. Я понял, ну очень, да. Вот здесь фармите эксплуатно. А из этих сфер падают? Я вниз, я да. Вниз, я зафармлю, есть. Убью. Карпентер один пока. Так, отходишь. Блин, ты шкурки осталось. Чё у вас там? Здравствуйте. Растягиваю. Андрей. Иду. Я жду тебя, чтобы залезть в тебя, потому что давай, там драка идет активно. Лимин с ним нет, лимин отпушивает. Я там пропушил. Кейка слипну. Давай. Андрей, может тебе на кей? Ну ладно, короче, сам решай цели свои. Я возле этого самого хочу. Я тебе кучу дэмэджа даю, кучу скорости, атаки, передвижения. Давай, пошел, 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 пошел. Спасибо. Сыграли, шкипер, сыграли. Все, берите эту херню. Как же больно. Я продолжу вверх пушить. Я привыкаю, кто-то возьмите. У них один чел, если он где-то подставляется, просто килл его. Все, есть квест. Хорош. А до этого еще и квеста не было, ёпта мать. Чел их сверху, если что. Центр подпушу. Андрей, давай, я в тебя залезу, и мы пойдем этот фортик ломать. Давай, давай, давай. Поехали, поехали. Просто мясорубка, Андрей Вячеславович. Так они не успевают, попробуйте успеть вот этот предмет. Вот сердечко, Лен. Смотри, теперь вы хилите по одной линии снизу все. У нас на самом месте. У нас 20, у них 19, мы можем. Давайте, давайте просто на них, просто за мной, го за мной, го за мной. Я чуть-чуть вверх отпушу. Подождите челов-то, ну, этих воинов, они помогают сильно в драке. Будешь играть со мной, чтобы меня не ебали? Не нападайте лучше без них, ну, или чё? Ну, нужно дождаться, да. Я чуть-чуть вверх подпушу. Есть сверху, сверху. Сверху есть, кажется, отходи, я... Всё, я готов вас там залазить. Я сверху пустил своего говнаря. Андрей Вячеславович, килл всех вперед! Дальше стенка. Да, не пройти, к сожалению. Могу еще раз стену. Скилл кидайте, чтобы дамажило. Потому что под этим чуваком дамажило. Слип на кого-то. Меня стянули, мне хоп. Да, блин, один хп остался у базы. Мне кажется, мне кажется, надо было драться все-таки с ними, что ли, а не с... Да. И не подраться, как сейчас, вообще. Меня стянули и за секунду убили вообще. Один? Ну, ты как-то контактно стоял. Я что-то думал, что у меня второй сразу будет парирование, второе, будет все ок. Он очень контактный.
Ну, очень контактный. Пропушь снизу, Пауэрфлай. Пропушь крипов снизу, сейчас лимит толкнет, надо, чтобы там крипы... Я сверху сломал, если что, пока отсюда делал. Хорошо, хорошо. Дамажу там дред. Я понял, да, позиционку держи. Да, да я... Ладно, my bad, guys. Забыли раунд. Забыли раунд, нам этого босса надо забрать, на самом деле. 20 секунд, Эрис. Инесс, ты можешь вообще пытаться это... Лить, пожалуйста. Так то я это и делаю? А вот здесь, например, сам заселился, и... Ну, я боюсь, ведь я же умру надолго, типа, меня вычислят. Видно же по саранчидам сраным, где я сижу. Ну, тогда они могут догадаться, если отсюда будут все время саранчиды выходить, очевидно, я сижу где-то в жвачке. Нет, ты на стри и уйди, как бы. На стра ушел. Красиво. Слишком жестко. Ну, так мы турнир играем, я... Так, что, элитный босс снизу, да? Я боюсь рисковать, мне кажется, это просто кончится. Давайте сдохну, вместе сдохну, на босика вместе. Давай вверх еще подпушаем, их проблемы там. А лучше бафать кипера или... Они с верхнего босса сдали. Снизу бейте нашего. Ну, короче, мы поняли. Суть в том, что я почти не умираю, если позиционку держу, Андрюху могут. Так я просто баф способностями даю. А, ну тогда мне. У меня все 4 спа, у меня вот так на 30% подхила способности. Все это выследовали. Босс снизу сломает все, если что. Ну, в смысле, все, погнали вверх. Да, давайте, я помогу вверх подэфить, пока максимально как-то. Вот, лимин. БВ без ванкуша, ребят. Без ванкуша. Осторожно. Угу. Че, лагеречек, соберем вот. Почему? Давай. Пойдемте на их лагеречек лучше, им сейчас надо низ дефать просто. Да, не пойду сейчас низ дефать, правда. Тут уже почти забрать. Босика убили. Все, босик делает это, го быстренько. Идем. Уже. Босик делает это, да. Блин, не рвись прям. Они все внизу, давай. Так, все, отлёп. Так, тянем время. Просто не даем их перехватить. Не прям убиваем, стараемся. Тянем время. Да и они дефают. Они пока без Кирилла, если что. Кирилл на хате у них. Дефает хату. А, и он не один там дефает. Короче, их тут мало. Если прям сейчас напасть, будет просто здорово. Просто ты если так убегаешь, я нападаю туда. Смотри, меня вот эта мелочь. Ну уже... Все, хотя понял. Кирилл до сих пор дефает хату. Типа, я сам себя могу... Я мело джерю. Замедлился пиздец. Дал тебе шкипер. Да, я туда стянул в ультимейт. 5 секунд и опять ульта будет. Отойти чуть-чуть, отойти. Еще стягиваю. Ну блин, вобли это. Вы заигрываетесь, ребятки. Все хорошо, а потом заиграли. Да я что-то увидел, что там они все трахаются уже. И это самое, заигрался немного. Я говорю, главное. А там мид ломается к 100. Да, ломается. Я работаю над этим. Вот надо же было время выигрывать, чтобы он сломался. Типа того, да. Того. Я сломаю, кстати, скорее всего, они ничего не сделают. Давай, шкипер, взялись. Да, надо помогать. Я хочу доломать там штучку, ребят. Помочь сейчас драйвить. Доломалось, кто да, понял. Нормально. Вселился в шкипера, но такой не особо полезный лич. Шкипер, ну ты не то чтобы ты супер сильный стал, ну такой нормальный. Вот это нам не соперник, ага. Нет, это что, это он? А вот дальше не надо, Ты все-таки не танк. У меня щиточек хп 200 дает на самом деле, он такой ватный. Там сейчас 30 секунд еще не будет микрочела одного. Да. Давайте шары не ловить, потому что... Ну они даже не начали захват, если что, пока что у нас 50 секунд. Я, короче, низ какой-то попушу, вверх попушу. Пока что сижу. Я тебе могу ульту дать. Не надо, я потратил все. Так, я иду. Да не спешите, у них еще 50 секунд. Они даже не начали ничего делать, все нормально. И у них еще мертвый Кирилл. Все, я здесь, Кирилл, можешь вселяться и делаем это. За слепые вопли. И сейчас бочины зайду другой. Просто не агрессируйте. Андрей, я уже залез в тебя. Невозможно не агрессировать дальше, я считаю. Надо. А, хватит. Сканав отвлекаю. Вопли спит. Ага. Короче, ладно, я пойду им этого убью. Ты что, Готрон? Отвлекай челиксов, я отдаю. Ну, да можно просто прямо сейчас бежать сквозь зону трон нажимать. Да. Да, там. А вот, по-моему, и так упадет. Они вроде его не задепят.
Ну, сейчас мы этих... Так, чё, чел, чуть-чуть помощи и всё. Я... А, ну там 1500 хп, да, в принципе, да. Да, в соло врывайся, Андрюх. Пошёл, пошёл, в троп, в троп! Троп! Изи! О, я посвящаю... Ну, не посвящаю, я благодарю Ярослава, что он выиграл нам игру. Да, ребята, вы все молодцы. Абатур, Абатур. Абатур, Бог. А ты не видел эту песню, Ярик? Powerfly, ну чё за билд? Ты вообще взял? В смысле, чё? Ну, соло хил ты. Чё за билд на ослепли... на этот, на Ешку, который этот, дротик. Это же, ну, как бы... Ты уменьшаешь хил свой. Так, они должны нам карту сказать теперь. Качался или через пушку, но не через Ешку же. Типа мы выиграли, ты мог заруинить, понимаешь? Слышишь, Ярик, куда тебя скинуть? Я в телегу сейчас скину, короче. Давай, что там? На, посмотри. Абатур, Батур, лучшая апка. Это как Фурион, Фурион, пофармить Фурион, только Абатур, Батур. Ну, что-то наподобие, да. Так а чё, они скажут нам карту или чё? Я пойду сам спрашивать. А ты ему в личку что ли кинул? Я в этот, в телегу скину. Компьютерные игры. А, видео скинул. Я подумал, чё, а чё мне там брать, она была типа на... Ну, на хилле, наверное. Ну, возможно, потому что Барин и Бейс в команде. Я наизусть не помню, но я помню точно, что есть на таргет хил жесткий или на масс хил. Ну, я и взял талант на... Первый на, дроти... первый на яд, да? На 16-м 3 дротика, и я вас хилил. Я убил немножко мораль, убил мораль, вот. Не начинайте там, пожалуйста, это, я сейчас ставлю на скачку, короче, и зайду с аккаунта MTV, типа, спектатить. Да, Валёк, типа, просто... гибрид билдов это вот квик мачете, а у нас сейчас серьезный турик, типа надо или в одну что-то вот это. Ну давай Анну посмотрим. Анна талант первый талант контактное исцеление. Биотическая граната восполняет 30% больше здоровья, лучше чем дротик, конечно. Ну не дротик, у тебя была в эмпирический это, в принципе пофигу, ты сам себя хилишь, ну ладно, первый пофигу. Ну вот на четвертом зачем транквилизатор? 4 яда. Ну, потому что там задача, что я, типа, хилю больше. И за каждую, если делаю 5 стаков, я хилю больше. Получаю плюс 0.25 хилу, правильно? С первого скилла. А там против вешает сразу 4. Не-не-не, Powerfly, надо капитана слушать. Надо слушать капитана. Да, да. Все как бы после. Так, Андрюх, чё кемпы тогда не забирал, если капитана слушать надо? My bad, это my bad, sir! Да, компы не забирал, сферки поздно или чего, там стаков нет, мы ждем, все ждем. Я как комментатор могу сказать, что Андрюх еще плохо фокус выбирал, типа хила не фокусил, вот это, короче, вообще. My bad, my bad, sir! Я ему сигналил в конце. Нет, при мне Андрей только хила и убивал, но еле-еле я так потел на этой орфе, там, кьюшка в бок, кьюшка в бок. Жесть. Ух. Вот, короче, что еще из сигнатурок у меня есть? Невероятный Зул. О, Зул, кстати, сильный. Невероятный Зул. Бери его, Ярик. Сколько раз Ярослав выиграл на Зуле? 0 раз выиграл на Зуле. Невероятный Зул. Ой, граждане, шо начинается? Вот, но мне кажется, план не банить Писканавта, а банить этим членам героев, он рабочий, потому что у них маленький пул тоже, они типа не знают, чем играть. Потому что. Ну, а Писканавт взял вот эту вот хрень, ничего он сделал, и что он сделал? Поцеловал? Я почти зашел. Но он нас убивал, конечно. Да не, он на самом деле нихера не сделал. И, ну, типа, такое. То есть гораздо больше импакта, когда там шарит этот Карпентер на Кразимин своем, а на другом герое не так хорошо шарит, и типа. О, у них замена! У них. МТВ. Какая замена, господи. МТВ это я, наш закинь меня. Так, в смысле, МТВ это наш игрок вообще-то. А, это наш. Убить. Понял. Закинь меня просто в это, в зрило. Все, я понял. Я думал, у них замена. А МТВ это вообще, понятно. Да я Варик просто скачаю. Мне получается Варик еще, да, нам нужно купить и скачать. Он весит 25 гигов, если что, поэтому это сейчас сделаешь. Кошмар. Че, выигрываем или рофлим?
Ну, вообще надо выиграть, типа, потому что дороплимся и проиграем пятую дефолт. А нам надо начинать очки зарабатывать, как бы. Ходс — это пограничная дисциплина, если что. Нам бы в ней забрать свои очки, и это нормально еще. Если мы ходс проигрываем, на самом деле можно сдаваться в батоне уже. Что, за 10 минут закончим? Ну, хотя... Да нет, если мы ходс за 10 минут, ну, а что за страта? Озвучите? Или потом? Ты арта сам играл? Да. А ты помнишь, типа, в чем суть-то? Что, типа, удержание... Регар с этим? Да, Регар Артас. Да, помню. Да. Я замедляю, ты побежал, да. Грызь всех. Там есть команда в полной боевой готовности, и все ждут. Сука, так у нас шпион. У вас нет пятого чела? Так снеговик у нас. А, блядь. А у нас где пятый? А у нас тогда где пятый? А кто наш я пятый? Я не знаю. Да он все это время сидел, отдыхал. Извините. Найс. Отлично. Да, да, иди, иди отсюда, шпион подслушивает. Ухожу. Иди, иди, шпион. Так, вопрос услышал или нечего? Да, блядь. Так просто на фиг случай инфу, я нашел, что там можно нажать на варик и подарить, если это работает. Все. Это, так что, я начинаю, короче. Но у нас, мне кажется, героев просто нет, чтобы стратки мутить такие. Я, блядь, 15 героев. У нас Трейсер, Дред Регар, Шкипер Артас. У меня 30 героев, я подготовился. Ой, ребят, если нужен регар мой, я готов. А, ну Артас у меня нет, кстати. А, тебя нет? Я опять почему-то капитан, да я же давал банк душу. Ну ладно. Ну я буду банить разнима так же. Могу еще килду зада показать им. Он, собственно, дает зад, если что. Врагам. Я бы сказал, что Warfire, какие еще персы есть. Какие у тебя еще персы? Варфай. Фидан. Сколько вариан сабы на домашнем? Много, очень много. Там много. Я бы юднул стремить. Я в тебя, конечно, верю. Но, возможно, есть сомнения, как там в песне. Трал плюс-минус, Мурадин плюс-минус. Но я бы на Ани просто сел опять поиграть, если не забанить. О, они забыли забанить героя, понятно. Они все, там тильт уже пошел. Ну, там просто смотри, если... Ладно, баньте. Там есть объективно... Ну, я взял все на хил. Потому что первый это тоже на хил, но квест. Ну, второй нет. Первый на хил, но это больше, чем больше хил себя. То есть, а я имел в виду, что хил союзников, потому что. Во-первых, тебе не обязательно брать все этого Регара, у меня нету Артаса. Понял. Нет, можешь. Мне почти не персонаж, типа, я могу закрыть любой этот. Че, я беру Анну? Ну, я через банку раскачаюсь, но просто я, ну, реально посмотрел там гайд. Бери Анну, ну просто, типа, ну, спроси хотя бы. Анна прибыла. Так я смотрел гайды, я смотрел 5 разных гайдов нормальных, там типа никто не качается через банку, я поэтому не брал. А мы сейчас по гайдам играем, у нас турнир по гайдам. Опа. Пусть бой будет честным. Душитель Андрей. Все, короче. Да, Маркош, твой план что-то закончить, он закончился. Так в смысле? Мне, в смысле закончился? Сейчас мы с Анной такое тут наустраиваем, забейте, ребят. Какой Анной? Мурчик. Ну все, я путш. Вышел. Я путш тогда. Или нет? Или так, не, берите сильнейших своих. Почему такое неуважение к моему Гензи? Не-не-не. Как же неуважение? Я окей, хотел сейчас брать значит... Регара, но мне шкипер сказал, не надо Регара брать. Ну, я говорю, ты можешь играть душой, но, типа, не обязательно Регара, но ты мог бы все равно его взять. Да, у нас был бы и Анна, и Регар. Зачем нам такое нужно? Это правда, да. Ну, мне кажется, у нас, если я возьму трейсер, пик будет очень странный, да? Да, нам нужен хэви дэмэдж дилер, очень нужен. Рейнджовый дэмэдж дилер. А, так я беру. Вот, я беру, да. Живого дэмэдж дилера. Дэмэдж дилера. И танк нам нужен еще. Что-что? Банить? Я забанил трейсер случайно. Отлично, думал, это хорошо. Я думал, что я их пика. Нам, ну, короче, нам нужен рейнджовик, дэмэдж дилер и танк, мне кажется. Танк. Сейчас посмотрю, какие есть герои. Я не пикать ни танка, ни... Могу Сильвану взять и быть рейнджовым дэмэдж дилером, она такая, типа. Могу Джайну взять. Джоу, там так этот вроде... Я взял. Короче, его. Ладно, Мурчаль, слышишь, ты, Ванкович, говори, что нам делать. Блин, я... Я забить на это и просто, типа, замесить их. Замесить это душой? Как... Это можно, это можно. На какого Джайна? Героя мне взять? Бери лучшего героя, Абатура забери. Мурадин там что-то. Нет, Джайн прикольнее здесь, чем... Блин, ну я не успею сейчас ничего взять. А ты умеешь Джайна играть? Да. Нет, Джайн это, ну, умею, но это супер простой герой. У нее просто нюки и все. Я нужна этому миру. Так, что-то Мурчит-то тут будет убивать.
Нам нужен какой-то танчик, на самом деле. Да, сейчас Ванкиш сделает, сейчас сделает Ванкиш. Забить на танка, типа. Они думают, что мы сейчас стандартно будем играть. Прикол. Может, мертокрыл вылетать? О, да! Да, говнокрыл. Так, а мне кажется... Типа, танк... Ван, ну смотри, на первом я беру банку, на втором ослабляющий дротик, на седьмом опять банку, или что-то. Фаза обмена, ребят, пошла. Нет, здесь, на самом деле, даже через Ешку, как это называется. Ну, дротик, понял. Ёпта, да, что да, мы напикали, какая же им пизда. Короче, Андрей на кого-то нападает, я влетаю, и если мы кого-то не добиваем... Опа. Шкипер такой, этот, Санстрайк. Да, у меня Санстрайк, кстати, есть. Примерно а Келтузад, это же ранжовый ДД, правильно? Mm-hmm. Да. Ну, как Джайна, примерно. То есть... Кастер сумасшедший. А я буду, типа... Я твоих людей и ваншотать их. Я буду играть с ними, мужики. Я буду играть просто с ними. Кастер нереальный. Скажи, кого тут надо по таргету, по фокусу? Я слип оставляю на ЕТЦ, сбить ему ульту. Правильно, ну, правильно. Кого грамотно убьем? Регара, Кассию, Лимин, Валу. То есть, Валу. Типа, кого не попадешь, мы их разберем. Все, хорошо, Андрей, ну, кого? Готовьтесь к битве. Я качаю через клип, да? Еще раз, тише. Ну, я беру прямо на первом транквилизатор, правильно? Усыпляющий. А на первом что он дает? На 4 секунды замедляет проснувшегося героя. Восстановление на 4 меньше и замедляет на 3 секунды. Че, мы идем драться на первом? Сейчас одного слипаем, стягиваем, убиваем, ваншотаем. Нам, кстати, с Вальком жестко играть. Я могу, а у нас кого-то нет? Или все здесь? Я взлетел. А ты кто вообще? А, ты ж говнокрыл. Я забыл. Взлетел. Они глазик взяли. Надо я тоже взять. Ну, пожалуйста, этот кольцо возьмешь, ладно? Кольцо Мороза. Конечно. Я глазик тоже хочу взять. Что у нас по лайнам? Кто вниз сидит? Ну, я пойду. Так, они что-то не хотят драться, да? Не хотят. Я раздамаживаю. Да. А, не-не, там смертокрыл будет. Стой, я в них включу. Нет, да-да-да. Регар, кстати, внизу. Да что я все ловлю, нечестно. Кого-то заслепаешь, Валек, говори. Нихера себе. Чё за герой такой прикольный у Писканавта? Я сейчас не знаю, что он делает. Кассия какая-то. Кассия? Она, короче, первый скилл кидает молнию, которая при попадании разлетается по это. Да, я понял. 90 градусов. Второй скилл мини-рывок, и она так фигачит, как... Да, как... да, вот этот мини-рывок меня удивил немножко. Я не ожидал, что будет так больно. В этом мини-рывке потом будет подвох, что это будет ультимативная защита, и типа это надо сбивать. Не помню. Слипну вроде, не? Нет, слипну. Типа, если вы прям там уверены, что может кого-то убить, говорите, я взлечу, попробую убить. Но не мгновенно это дело, соответственно. Не, мы на миде ни в чем не уверены, мне кажется. Пока нормально, мы прицеливаемся, мы прицеливаемся. Тяжело против Кассии стоять, когда не особо понимаю. А я чел за генгу сейчас ее. А? А? Можно. Я пойду на том подхилю Ярика. Осторожнее меня. Нормально вы мужики придумали. Ну надо подхилить молодого. Смотри, он хочет что-то от меня. Понял. Стою на месте, не двигайся. Да и двигайся, двигайся. Ну. Дрюху встал. Я не понял, почему он не сдох. Ну, я не всем скиллами попал тут. К сожалению. Так бы сдох, наверное. Но он без хила, на самом деле, это здоров, потому что у него не было хила. Я уже выбивал столько. Чтобы заслужить мою милость. Андрюха так мемно бегает все время на Генджи. Там внизу, если что. Так, так. Задар будем драться. Задар, деремся снизу, ребят. Принято. Выезжаем. А можно вверх чуть-чуть пропушить и потом пройдет? Или не стоит?
связал их, дам стан. Сзади нам выходит. Я бегу к вам, блин, далековато. Нам лимин, да. Дышит в спину. Мне очень далеко. Я еще немножко, отстаю, но я... Мне Каспия пришла на лицо. Мне что-то тяжело сейчас будет, мне кажется. Пичканав далеко, ребят. В каком же он говне? Это было... Ой, на рандомную залупу наступил. Давай, Шкип, давай, что-нибудь попади. Это что-то за дары, ни у кого маны нет, все каленые. Ну, было такое. Он же не хапает. Было такое, ну ничего страшного, на самом деле, тут же три дара. Следующий дар наш. Ну, это что не скажешь. В смысле, я не убежал, просто там волк. Нормально. Волк, я пешком. Кстати, Парфай может убить Хекса. Не пошло чуть. Я бота ставил тогда? Чё? Да, я там. Мне кто-то еще тут волк, блин. Так, а снизу это кто там такой? Получите мою милость. Снизу это я, смотрите. Гоп накрыл. Помочь. Шипик на лицо. Блин, я зацепился ничего. Сзади Кирилл вышел. Двойной. Там не будет Кассии пока что какое-то время, но я тоже не с вами. Я сейчас прибегу. Ну, Кассия тоже, наверное, скоро будет прибегать уже. Она тоже без ХП была, не знаю, как у нее там дела. Надо Андрею помочь. Так где рисим, Андрюх? Не? Это ж танк, он дэмэджа не имеет. Ну да, у нее не особо дэмэджа, но... убить он может вас. У меня маны нет! У меня не было маны на вот эту штуку даже. Ну нормально. У них ульты появились. Дал взад Касси. Пойду взад. Надо АБ этот взять там. Подходи. Опа, привет. Опа, здорово. Бери эту херню, я пошел с ними рофлить. Блин. Они ульты получили. Есть такое. Слушаете или нет, я же сказал? Да, мы слушаем. Ты когда тихо говоришь, тебя, видимо, Дискорд не замечает. Позиция хуёвая у меня. Немножко. Это что такое, бля? Это Бладласт. Понял. Ты реально вон. Говнар! Фибели Кастро. Блин, неудачно. Сука, меня видно, что ли? Может и видно как-то, кстати, на самом деле. Что там просто они все время так нагло бегут. Хотя, блин, у них как-то ульты просто, а у нас до сих пор их нет. Жиза. Прям думаю, сейчас в любом чате пишут, типа, чувак, если так выйдут, подлети, там, заработай эксперт. Противники наносят урон. Ой, я случайно взял не тот ульт, если что, Ванкюш, нормально, я и с ним разберусь. Я надеюсь, что он нормальный. Я надеюсь, что он вообще что-то делает. А босс, там под симулятором пошла жара. Знаешь, что на мне это не работает? Фирю. А не Фиря. И босс еще наш кто-то шел. Там без каната надо убить. Андрюха, ну по симулятору, да, конечно, да. Так, у меня есть вопрос по поводу бро. Ебучего элементаля, которого я взял. Что он вообще делает? Я просто мискликнул. Ну, суммон просто, который дамажит. Ярослав, 6 секунд от дара, надо... Ну вот, я же не пойду один.
Тут уже Вовка. Ну я рядом. Я тоже иду. Я держу тебя за руку. Давай, давай. Я слышу, что есть санстрайк, но он палится. Ты меня не пытайся хилить, типа. Я ж тебя не хилю. Бери, Валёк. Пробую. Давайте его. Берем. Захватишь, шкипер? Бам! Я захватываю. А этот лагерёчек можем взять? Давайте попробуем. Боже, этот элементаль, нахуй я это взял, это существо, это просто пиздец. Им еще и контролить надо, оказывается. Ну, ты можешь просто один раз нажать там на писканавт, на карпен. Ну, да, а верхний? Не-не-не. Понял. А где наше говно, простите, бежит? Там босс или кого? А, мы ничего пока не получили. Ладно, босс умер, видимо. С Яриком вот эту штуку, наверное, поломаем. Давай. Надо вот эту забрать и вот это забрать. Слушаем капитана, забираем все, что надо. Давай, я вот сюда бегу. Андрей, пойдем забирать, Ярик. Пойдем забирать. Да. То, что надо. Ну, забирайте пока. Простимулировались, а, получается. Деле, потому что меня... Понял. Нет. Я что-то не доконтролил, что тут 5 человек будет. Ну, нормально, я успею появиться к дару как раз. Ну да, просто... Там что-то на меня хотят. Разойдитесь. Минорно. Конечно, попробую просто взять, но мне кажется, он мне... Не-не-не, тебе не дадут. Так, я появляюсь прям под дар, то есть надо чуть-чуть их позвонить, если получится, и я прибегаю. Все говорят, что надо забирать, но мы ничего не забираем. Да, это я ошибся, сэры. Ну сейчас один раз собьет говноросик, а мы сейчас придем, и можно подраться. Ты рядом? Все, погнали. Нас отзвонили. Да, нас тут два ДДшера зонят. Трахают. Ничего сделать с этим я не могу, к сожалению. Нам блин, да что это за станы такие? Кася поломанный герой. Кася? Сейчас будет проклятие. Да, но на самом деле драка выглядит так довольно-таки странно, потому что просто бегут три чела и убивают фактически. У нас что-то как-то прикрытия нет. А ты что, Андрей, взял второй ульт? Ты сдался? Как же так? Ну, у нас нет стенки, чтобы мне ультовать с мечом долгом. Андрей сориентировался, когда ты взял элементаря. Сука. Да, извините. Моя ошибка. Если ты взял кольцо, мы бы реально мог там бомбу. Не, ну я не взял кольцо. Я взял элементал. Я так долго смотрел, типа, на кольцо и на элементала, и случайно просто не туда нажал. Я уверен, все профи берут на самом деле элементала. Да что это такое? Где байбек в этой игре? Ладно, короче. Надо есть байбек 100. Да. Да, но я не собрал. Тревэдж даю, как бы, а демеджа у нас нет. Да, все умерли. Где взять демедж, это все. А я не убийца. Я полетел. Да, он реально полетел. Ну, кстати, кто-то реально умер. Ну, типа, вот любой дэмэдж, если бы сейчас внес, они бы все легли. Ну, так как... Где взять дэмэдж, если все... Ладно, все, блядь, больше никаких гензы, ребят. Да нормально. Ганзо работает. Два ганзо, два уза. Не хочу, конечно, нету. Андрей, я предлагаю сделать план капкан. Мы уже делаем его. Нет, я не про эту игру. А про следующий видео уже. Типа ты возьмешь ганзо, потом я его возьму. Опа. Мы будем кастрюлю, учитывая то, что она вот так вот врывается. Мы можем что-то? Их тут трое, ребят, их тут трое, нас четверо. Мы можем пойти на них? Просто я тут сзади. Какая разница, какие у них? Да не, они же не то чтобы контрпикают этого ганзо, просто он реально говенный герой, типа им. Ну, он не вносит много импакта. Немногих. Мне показалось, или Ярик просто еще двух АФКшеров убил? Потому что вот этот твой рефлект, когда отрывается, ты можешь столько отразить дэмэджа, как было.
Это игра и на потом... тоненького. Я прекрасно знаю из Dota таких героев, типа, да, они могут сделать момент какой-то красивый, но это не импакт герой, типа, это не какой-то тролль, да, условный, который нажал кнопку и пошел урон. Да, мы чё ещё не проиграли, чему это самое? Ну да. Это правда, мы так-то всего, ну, окей, полтора уровня совсем. Да мы можем выиграть, нормально будет. Я только вообще квест выполнил, который 70% всего лишь спел дэмэджа мне дает. Оу, 70. Нам надо левел взять. А, не, не надо. Типа нормально. Я теперь могу с пулами нечаянно людей прям ваншоты. Вот, если пару раз так сделаешь, вообще круто будет. Надо их заманить, заманить, а потом трахнуть. На боссе, скорее всего, вот это. Пойдем туда. А, нет, пока, брак, пока, пока не на боссе. Маним на НСа? Не, я просто отпушу. Лайн. Испаленный мани, где все. Я могу полететь на дар, я, видимо, там буду один. Ну, на самом деле, похуй на этот дар, я считаю. Я собью. Пускай берут, чё, это же первый дар, ничего страшного. Нам надо подкамбэкать. Ладно, давайте просто вместе передвигаться, может что-то получится. Ну да. Я с них порофлю, я три раза два санстрайк, да? Так, я топ еще сейчас отпушу. Отойдите пока, может. На центре, на НС уходим. Я отошел. Так а чё, куда он идет? Давайте пожарим, я может их, нет? Там же найс лип. Я не буду. Всё, бэк. Я не буду. Ну если что, вдруг, то гоу. Можем. Я говорю, да всем вместе просто надо быть, чтобы любая ошибка их, мы можем реагировать, чтобы не было, не будет. Но мы вместе. Ну, говнорот же просто летает всегда где-то. Но он сказал, что его не будет, я мог ворваться бы. Сейчас сниз пушат. Ну, у меня не будет, потому что у меня в КД перелет. Типа. Я вниз улетел, да, вниз. У нас никто вниз не дэфт, как и я. Ну, сейчас они на боссе, да? Могут быть. Я мид отдафил. Тебе не выжить. Бегу к вам. Эрсвап может по бреку вызывать элемент или чекать его. Не, они не на боссе. Я хуй знаю, где они. Они на нашем боссе. Могли бы их босс, наверное, взять, ну или чё. Да, сейчас придём. Надо, допустим, на базу дафить. Да, ну, к сожалению, типа босс... Блин, ну они после этого удара сразу на босс пойдут. Нам бы их крипджекнуть там на этом боссе как-то, не знаю. Но мы этого не убьем, да? Не успеем. Или успеем? Сейчас попробуем. Поебать, он просто идет, я понял. Мендель. Да, но они, скорее всего, второго босса берут, а после этого еще этот возьмут. Что, нам надо и на их босса идти, и там драться, мне кажется. А, у них 20-е. А, ну понятно, они уже взяли. Ну ладно. А может в туза как-то выйдем? Боже, не реагирует. Да, они босс... этого не ждут. Но надо... других шансов нету. Го? Го. Первого убить надо письконавта или... Кто же соберет достаточно даров? Чух-чух-чух. Работаем. Это снеговик, да. Он тут... У тебя нет снайл, есть? Я уже дал. Ну вот мы амы стоим. Он слипи стоял. Я не понял, я просто в ртах поставил всю жизнь. Хм. Эти на клубы говна. ГГ, мне кажется, ребят. Мы проиграли эту игру. Так, ГГ. Короче, ладно, все, я на рыгаре. Следующий буду хилить, буду лечить вас. Имейте в виду это. А у тебя, Powerfly, у тебя есть кто-то, кроме Анны? Берите флешку назад, берите. Веги есть, но похуй, берите флешку. Зачем? Ну, зачем? Ну, короче, ладно, какой же. Так, а чё, я сижу в каменчу, если чё, у меня вообще норм, так что здесь хуже играй. У меня пока качается варик. Сами решайте, сами решайте. Просто сейчас я на этом, на рыгаре буду. Так, а мне надо карту выбрать теперь. И какая же это будет карта? Ядерный полигон. О, есть классная карта. Блин, хочешь играть, как бы? Я вообще норм. Ярослав. Да. Ядерный. Ну, на какой карте мы можем выиграть? Мне кажется, это одна карта. Какая? Вечная битва? Бойня на Браксисе. Бойня на Браксисе? Где две линии, где надо вставать на поинт. А, и где робот, так говна потом типа ходит. Или, подожди, это Вольский где? А, и там робот говно. Бойня на Браксисе. Бойня на Браксисе, где зерги, парень. А, где зерги, блядь.
Я ни разу на ней не выиграл, кстати, никогда. Ну ладно. Ох, похож. Ой, короче, я ФП беру Тассадара, пускай решают, что делать. Давай, а я возьму Гороши. Сейчас Пошли. Такие. Первый мат Тассадара на турнире. Я сейчас... У нас сейчас будет Гороши, Рогар, Тассадар. Это уже, на самом деле, почти ГГ для них. Главное, Кассию забаньте, просто этого героя поломанного. Кассию и Каразиму забаним. А кого я там еще банил обычно? Джоанну. Джоан, ну я лучше Каразим забаню, такой мерзкий. Так, ну я Ванкушу должен дать капитана первый раз, у меня не получается. Сделать капитана. Супер эксперты из чата говорят, что типа, капитан плохо пикает, очень жесть вообще. Здесь тебе стыдно. Последние два пика в двух играх смертокрыл. Полное вообще дерьмо. И Сильвана тоже как фейк. Они слышат? Че-че? Типа, я говорю людям, что пикать, а потом они сами выбирают. Примерно так происходит. Не, то, что ты два последних пика себе брал, и ты зарядился. Это крыло мои Сильваны, вот так вот. Капец. Так, не, ну Сильваны это авантюра. Это все понимали. Ну было прикольно, мы попушили. Да, с крылом, типа, сначала попушили, потом поели, так что нормально было. Нормальная карта. Ну я пикнул хуёво, но типа, а чё у нас? Кольцо Мороза не было, Плютозад в итоге-то особо дэмэджа и не дал, из-за того, что Кольцо Мороза не было. Здрасте. Там свои проблемы всё. Были. Здрасте, я зашёл напомнить, что у вас нет одного игрока. Валёк, кстати, замутался. Так слушай, флешка, у тебя куча этих же героев на МТВ к этому. Ну да, я думал об этом, потому что нужно было сразу аккаунт брать. Не, могу сыграть, типа. Если Валёк... Тебя MTV, сидели, затротили втроём. Ванкюш, я и MTV. И Валёк иногда приходил. Где вот он сам? А я так и не понял, где MTV. Человек, который круто играет в Ходсу. Где вот он? АФКшер. А где наш... Ну или что, или этот... Флэш заходит? Я могу сыграть. А Валёк тонул, походу. Походу, да. Понял. Я его не гнобил последнее вообще. Ничего Ла. Не говорю. Да его никто не гнобил. Да все в порядке, нужно просто получать удовольствие. Ты играл флешкой, я посмотрю. Я... Ну опять не услышали, я не знаю. Пойду, блядь, с микрофоном один на один выйду тогда. Эй, я сказал нормально, чтобы ты играл. Выйди, дай пизды ему. Все, гелушки. Ладно, ладно. А где у них чел? Он за нас MTV зашел, вот этот. Или что-то. MTV играть жестко. Да MTV играет, просто я комментирую. Все нормально. У тебя, кстати, этот... почекай там, потому что квиккаст можно ставить, еще всякая хрень. Блин, ну это уже другая ситуация. Я надеюсь, что нет таких настроек никаких. Опять я капитан? Да. Да почему, блядь? Я же MTV говорит, что его не пикнули, из-за этого он не пошел. Че, блин? Так а почему его не взяли играть? Так Горан-то... Так, в смысле, Гоя РМК поскорее да? Ну ладно. Челы, надо навошить РМК, чтобы зашел МТВ, нам нужен задар. В смысле? Так, вроде может просто он зайти на аккаунт, потому что МТВ как бы в игре уже. Я Опа! Ничего не понял, Батя. Ну да. Так где такое МТВ, я не понимаю, что делать? Смена игроков, переодеваемся, переобуваемся, на ВВП, на ВВП, быстрее. МТВ, короче, зайди в это. В Дискорд просто скажи, ты сможешь. Он пишет, играйте, короче. Да, ясно, вот эти руинеры. Ну все, короче. Не могут до конца за так, команду вот это. У меня тут есть что? Малфурион, Лили, Соня, Эргар, Назиба, Вариан, Зулджин, Мурадин, Рейнар, Азмодан, Артас. Из тех, кого я не знаю, кто еще. Анубарак, Керриган. Лемин, Абатур. Как звали есть. Этого героя, который бьет с руки всех? Каразим. Каразим, да. Ауриэль. Сейчас скажу, кто еще. Диабло есть. Ну, это говно вроде, да? Каразим мы же выиграли, нет? Нет, проиграли, да. До этого Тассадара взять сразу Ванкуша. Чего взять? Тассадара сразу первым пиком. Да. Ну, бери. Так а чё ты там просто сжигаешь людей этими лучами? Там нужен какой-то танчик такой. Ну я могу ЕТЦ взять. Типа тут есть ЕТЦ. А ты играл на ЕТЦ?
Ну да. А что там играть? Не можешь, да, самое главное затанцевать. А точно нельзя? Ну, попробуй. А, не, нельзя, нельзя. Потому что у них эти сильные. Ну они второй раз забрали, да. Так а как так выходит? Среди танков. Среди танков. Да, а ну барак есть. Есть сонный трубак. Три минуты. Несколько его не сложно. Артас есть. Ты смогу разобраться? Зачем там, господи, разбираться? Это вообще, блин, игра... Ну, вот так такое, типа, влетел и умер. Вот такое бывает. Я всегда готов. Есть Диабло еще, говорю. А Диабло вроде не танк. Диабло танк. Нет, танк. Здесь он, кстати, нормально так заходит. Мурадин есть еще. Да, я опять забанил Мурадин, трейсер, да. Хотел ее взять. Какой? Чего? Флешки говорю. Можешь взять Мурадин, чтобы сбивать танцы. Можешь взять Диабло, чтобы самому врываться и типа перекидывать там это. А у нас, хил Андрей у нас, да? Да, Андрей хил. Сбивать танцы, я в принципе могу. Эрик, играешь? Скажите, что лучше? Что лучше? Что? На ДД каком-то играешь? Ну да. Чем не забанили Блейза? А, еще типа Вариан есть. Он рубака, но мне говорят, что это танк, типа. Ну, плюс-минус, да. Можете, конечно, взять. От билда зависит. Тогда может. Чё, чё, кто что-то берет? Мы берем. Я могу ДД взять, если у нас некому. Давай флешка Варина. Я помогу тебе. Джейна. Ой, ну что, команда? Это тот самый момент, чтобы показать все. Ладно, поехали. На что мы способны. Мне интересно, мне ещё раз скажешь, что я напикал? Или нет? Так, а чё, все нормально? А, я еще просто... Джоанна есть, кстати, Джоанна, говорит, сбивать танцы. Могу ее взять. Джоанна давно вообще нет. Вроде сильная. Джоанна играет, очень мерзкая, да, если как-то в танцы. Блин, давайте, давайте. А что она вообще делает? Она что-то нажимает какую-то кнопку, вбегает всех. Д, это она получает несколько хп в щите, и при этом у нее, на нее не действуют контроль, эффекты контроля. Так, это в танцах тебе взять надо? Что-то, чтобы танцы забивать? Ты танец видишь, ты нажимаешь D, входишь в танец и нажимаешь V. Понятно. V это AOE стан какой-то, что ли? Да, ну, она стягивает к себе все. Да, это очень мерзкая херня, она стягивает и больно делает. Ну, разберемся. Ну, можешь взять, которая кидает, да. Дашка дает тебе щит, и ты полностью неуязвим к станам, залетлениям, к рукам. Видишь танец, берешь, кидаешь сюда ультовый щит и все. МТВ, какого ты не играешь? Объясни мне. Я, ну, там распикали все, я ушел там, после этого. В этот вход, зачем играл? Ну, так, распикали людей, я ушел после этого ужином заниматься. Ты вообще можешь еще сейчас зайти, мне кажется. Да, типа, да, хочешь, Джонни, если хочешь. Типа, чтобы на победу... В принципе, могу, там... Заходи, заходи, не скажи, где не давайте. Пикал. Только я посмотреть не смогу, иди сюда. Играют те люди, нет. Кто как почему? Бы... Флешка, тогда быстро выходи с аккаунта, быстро. Я поставил паузу. Так а как это работает вообще? Типа, один чел выходит... Он на моем аккаунте сидит. Аккаунт тихо, тихо. И он так, стоп, а я... А у меня матч продолжится, не один. Стрим, это время, закройте стрим. Заметьте. 4. Тихо, срочно, там быстро, быстро. Выходи с аккаунта. Да вышел. Так а чё вы торопитесь-то так? Да не, я просто... Просто молчал. Нормально. Чё на первом уровне обычно берут? Наверное, электрический заряд? W? Пишет он задрот на Рогаре. Да, на Рогаре? Но... Щит возьми. Здесь, мне кажется, лучше, если ты будешь чисто вот в хилку идти. Ну, то есть на кушку или вот тотем там все такое вот это. А тотем так, это хилка? У Андрюхи нормальный билд был, он просто тотем не взял на четвертом, а так все нормально у него было. А что там еще есть? Там Регар, который, ну, в смысле, этот облик собаки. Ну, на четвертый тотем, потом щит восполняет ману, мне показалось, что... Не-не-не, на четвертом это ты берешь тотем, щит восполняет ману, это useless. На... Потом дальше ты нормально взял, чтобы этот дебафы снимать. Mm-hmm. Это правильно было, и ульт Bloodlust тоже правильно. Я понял, ну я молодец, вот, получается. Я ценю. Она... Просто щитом в этой игре... Ты, конечно, Джану можешь постоянно кидать. Ладно, я понял. Но щит... на транжевике все. Хорошо, все, без щита играю. Тогда мощный тотем взять, может быть?
Все стрэнджевики. Тассадар, если что, называя наш пик. Джайна, Орфея, все стрэнджевики. Блин, ладно, скажите, что взять. Вот первое, второе или третье? Ну, первое у тебя что дает? Электрический Красивый. Заряд, щит электрический, 20% радиус действия плюс лайфстил. Второй тотем делает невероятным. А третья — волчья погоня, скорость плюс 10%. И КДшку на одну секунду уменьшает, бери ее, можешь, если хочешь. Да, и типа не забывай об этом в уме, что у тебя... Хочу, это... все, я волк. Типа ты прям в драке прожимаешь Z, ну, это... А там же городу. Какая-то тычка вроде у волка сильная первая, да, нет? Да, когда ты с волка врываешься, у тебя тычка больнее. Да, написано, по-моему, даже. Или нет? Че, все тут или что? Битканат покинул матч. Все, Битканат сдался? Откуда вместо песканов-то кто-то заходит, жесть. Залагалы там сейчас заходят. Залагала, да. Четыре. А у него не совещание в 6 часов? Я не знаю, еще 7 часов, во-первых. Уже 7, да. Флешка, ты успел скачать? Там чуть осталось совсем. Ну, там треть, может быть. Короче, не так критично. У нас в этот раз есть какие-нибудь станы там, что-то такое? Да. А ты мне не можешь, кстати, да, в Дискорде включить стрим вообще? Или ты тогда в разговоре не сможешь быть? А, ну вообще было бы четко. Так, мне нужно, значит, смотреть стрим нажать, да? Угу. Ой, кайф вообще. Короче, у меня на 10-м будет стан, и ты под меня можешь стягивать. А тут пришел, Воп, не здорово. Привет. Привет. Что происходит? Что у вас происходит? Ничего. У нас? А что у вас? У нас все на месте, а где ваш? Прям пропал? Где у вас? Время для... Он сказал, я читаю чат и ливнул в Дискорда. Время для троянского херомайта. Блин, это попахивает тифлосом. У вас есть время найти замену, что вам сказать. Да. Обратитесь к этому самому рефери главному турниру, он может помочь вам сказать, сколько времени у вас есть. Да. Ярослав, сколько так времени у нас? Так сложилось, что рефери здесь, и ну сколько? А куда он делся, блядь? Никто не знает. Ну так, да, что я могу сказать? Ну блин, ну найди другого чела, что? Я что я могу сказать? Он вернется. РМКш надо будет создавать. Ну, да. Что? Ну и заново пикать придется. Ну, в смысле заново? У нас есть драфт уже. Флешка, ты можешь на весь экран еще сделать как раз эти... Чтобы было непонятно, что происходит. Мне кажется, у них есть возможность, конечно, взять замену. Именно поэтому мы брали людей больше, чем нужно. Вот, ну а драфт прошел уже на олл-пике. Не-не. Новые игроки, новый драфт. Чел, я в этот раз, может быть, случайно не забаню Трейсера, возьму ее, понял? Второй раз подряд. Что, может, мы не увидим. Это сильно. Но не точно, это тоже, это не точно. Будет первым баном. Вообще большой. Да и че, блядь? Другой герой какой-нибудь. Ну, Тассадаром бы проще. Типа я ему играл и понимаю. Не, ну с Рагнаросом на двух лайнах еще нормально драть можно. Здесь, да, блядь? Он пофиксился у них, или что? Да? Нет, у них Писун ушел. А, понял. Я пойду к ним на переговор. Я пойду пописываю. Okay. Как же я хуёво напикал. Так вы играете или что? Ждем. Исканавт отлетел. А, просто это... Стрим вырубился. А, не знаю, кстати, почему. Да, ну, возможно, сейчас рука будет. А, ну тогда еще лучше будет. Я смогу смотреть нормально. Что, у нее же есть еще... Кто там?
Ланвилла? Или он не в составе? Не, Ланвилла не, у них нет. Кто в составе? Где документы? Кто у них остался? У них остался Гудок. И... А, ну у них остался Вайоша. Ну, Вайош, может быть. У него был аккаунт. О... Все. О, он вернулся, вон он в Дискорде у них появился. Вижу, вижу. Все. Призвали мифик. Кстати, админ, ты тут? Нет, он там на разговорах. О, вернулся. Админ, а сколько до тех луза? Он вернулся. Уже. Он вернулся, блять. Андрю. А что, придется? До тех луза, Андрю, просвайся. Луза, Андрей, еще 3 минуты 41 секунда. Понял. Расслаблю их немного, расслаблю, ребят. И флешка потерялся. 3 минуты 21 секунда. Блин, как же я уверен в своем Регаре? Как же я не уверен в своем Генджи? Ладно, но Генджи в другой игре, если что, сейчас заиграет. Ну да. Андрюха пропускал тренировки по Overwatch, это, конечно, вообще ужасно. Ну, да, согласен, еще и жаль. По ходцу пропускал тренировки, скажем честно. Ну, семейный человек, можно просить, так сказать. Да. Старлик, спасибо еще за подписочку, добро пожаловать, 2 часа назад. Ну, это правда. Вот стример заметил, I'm Romantic, спасибо за 29 лет, также благодарю, падла планета, спасибо большое, 60 лет. Получается, со что виним Андрюху. Ну, он капитан, в любом случае, основной на нем. Не, капитан у нас в команде, если что, он битва. В смысле? Да, в смысле, я банил. Только трейсер в каждой игре случайно, но это другой вопрос. Да неудобные, блин, кикибаны, пизду. Вообще система тут очень странная. Драфта этого, объективно. Чего? Как это, паузу-то, я не понимаю. Здесь? Нажать паузу? А все тут? Да. Я здесь. А шкипер тут? Я здесь. Опять не работает? Но не работает. Кто не работает? Да что за хуйня, блядь? Что происходит? Шикарно. Ну теперь работает? Так мы сейчас на космическом корабле сейчас все оказывается? Да. Ты думал, что нет, а оказалось, что да. Да, жесть какая. Ну как, вот не на корабле, а на станции. Короче, ребята, у меня сильная AoE damage. У Ванг уже сильная AoE damage, надо только подстанить их. Так, капитан, куда идти, капитан? Как нам встать по линиям? Типа, Ванг, ты в соло, да, встаешь где-то, и мы толпой прёмся, да? Ванкиш, капитан! Что? Кого? Чего? Объясни, что делать. Нам бегать, пошли вниз. А кто стоит на топе, я? Походу. На топе, да, Орфеечка у нас стоит. Их много в боте. Пойдём. Мы подтягиваемся, тут говнорос и все дела. Вот смотрите, Карпентер немножко отделился от стада. Не, залаги дикие. Тихо, Ярик. Он да один. Что у тебя это? Тыкаю его, тыкаю. Тычками. Тычками тыкаю. Что это за урон такой? А, это письконавтовское дерьмо, да. Это Хроми, да, она с прокаста много снимает, так что аккуратней. Да, действительно много. Ну и что мне сделаете? Чё-то хотят. Ну, как не работает, в принципе. Хер пойми, что делает, короче, это кроме сейчас. Ну она просто перед собой выстрел один дает и в ряд дает выстрел. Да, Андрюх, да. Иди так фейсролит с хилом, Андрюха. I'm fine, guys, I'm fine. Чувствуете? Сигнатурки поехали. Ты то... Файн, аккуратнее, нам сейчас за это драться за маяк. Так что. Я взял под контроль, иду к вам. Файн. Блин, теперь бэк надо, хила нет. Я допустил ошибку, извините. Это же разве ошибка? Ну, ошибка. Как говорится, будут игры и похуй. Да.
Они наверху все. Надо идти тут помогать этот. Либо сейчас пытайтесь отбить точку. Ага, Ярик, хорош. Там много оказалось их. Есть кто еще на топ? Нет, если захватите, будет годно. Если захватите, да? Жестко, конечно. Андрюх, ты умеешь лечить? Ладно. Чуть-чуть. А, их тут много. У вас там мало на боте должно быть, их там двое максимум. Трое в топе. Надо их просто с точки выгнать. Просто. Выгоняйте, но на самом деле у нас проблемы. Хила и танка несложно выгнать с точки. Вот у Рагнароса посложнее. Ну, нормально, мы его разменяли. Там Хроми одна вроде. Ага. Подцепил. Прекрасно. Чуть хорошо. Ничего тяжелого. Надо вверх забирать. Один кто-то наверх. Блин, у них 90%, ребят, у нас 0. Это супер хуево. На нас пойдет миллиард этих челов. Нам пизда. Это правда. Так, вы взяли там. Камера заполняется, надо низ контролить. Вверх контролить. Низ. Блин, какая сложная игра в этом плане. Че, я наверх иду тогда помогать. Мне помощь не помешала бы. У нас как-то все время народ разбегается. Ой, снеговик, аккуратненько. А, банкиш. Надо внизу убить кого-то. Да, я иду. Пока там зал. Нужно внизу держать. Они там без Рейнера? Так, все, я на перемоге, вперед. Да я-то не боюсь пока что. Но нам надо Карпентера бить, а не снеговика. А почему, мы его убьем? Типа че? Уже нет. Главное точку сейчас не отдать, я бегу. Бэкнитесь на точку, куда нам? Давить. Кирилл, говня. Хорош. Ай, блин, нормально. Я топ побежал забирать. Угу. Ванкуш, что там? Не лагает. Не давите. Нам точку главное держать. Я забрал. Пошлите, кому надо подхилиться, сверху заберем. Андрюх, это себя нормально. Я тут продолжаю. Ну, блядь. Какой ебучий это Хроми. Ее косты всех остальных героев видно, блядь, куда летят. У этой так, подруги. Так, скип даю. Дерись. Дерусь. Я наверх бегу. Хорошо. Отжимайте. Иди себе жить сюда, надо помощи. Я Мазурен один. А, нет, уже не один. Хилки пока нет. Будет хил. Ярик вас хилил. Я захватываю. Сейчас, секунду. Мазах. Так, хилочку дал там, регенимся по чуть-чуть. Мана нет, так, если что. Так, мы держим. 90, я... ну, у нас 100, короче, у них 90. Нормально пиздело сейчас будет с зергами. Зергами. Мне нужно подхилиться будет. Я бегу на низ. А мальчик вообще будет. У вас МТВ АФК, если что, просто держу в курсе. В смысле АФК? А можешь паузу поставить? Поебать на игру. Надо паузу, да? Надо паузу. Но я не могу поставить. Блять. Да что происходит, блять? Чего нельзя поиграть-то? Блин. Сори. Это уже что отошел. А? Так я сказал, на секунду отойду. На минуту. Так, блин, тут пауза есть, просто можно же нажать паузу. Все. Нас почти трахали. Я сказал, паузу, я на секунду отойду. Так. Либо я замьючен тогда мог быть. Я не знаю. Может Соли, быть. Если замьючен тогда был? Да нет, ты не был замьючен. Это они просто... Так, но они отбили это. Нашу? А, ну они отбили. Но мы тоже отбили, в принципе. Мы тоже отобьем сейчас. Ну, мы даже меньше потеряли вроде. Что, надо, грязь, да? Что, надо за кемпами ходить теперь? Погнали. Надо решили двое в топ? Или... А, трое надо в топ тогда. А чё нет, сверху мы не хотим. Вон, Пирс, заберёшь с кем-то? Блин, давайте верх небольшой заберем. Они же все равно не сломают эту штуку. Ну, вообще сломают. Там, очень сильно... Они забирают за прокат скилла хороший. Мы очень быстро лавиря забираем, у меня дэмэдж больной по ауе. Так, всё, и... этот забрали. Там Хроми просто сейчас будет надо ее ловить надо. Я сейчас спину зайду попробую. А их точки нас не интересуют? А, их тут. Так, все, я на месте, я здесь ставлю хилочку. Не-не-не-не-не, это хилка, если что. Но тут наши челы идут, нахер они нам не жаль. Пойдем сейчас заберем какой-нибудь лагерь пока. Пошлите, бомбы берем, либо... Не, их опасно брать. Наш можно пойти забрать. Вот это можно взять. Я топ подохли постоянно.
И на ETC можем резко выйти, он что-то как-то бэк. У нас есть чем-то его подцепить? А, ну в принципе у него хотя мало можно. Они выбежали вот сюда куда-то. Давайте, сейчас сломаются двери. А, он уехал, ладно. Да, они кемп забрали. Кем забрали, и понял. Нет, ничего страшного, да. Они сейчас на вот этот пойдут. У вас там много осторожней, вы без меня. Я топи добираю экспом, почти... Так, почему я вторую магию на себя не могу нажать? Благодарю. Ярик не надо. Ярик. Десятый добиваю нам. Хорошо. А, очищение нельзя использовать на себя. Ребят, у нас ульты есть, у них ультов нет. У нас хила нет. Ну, я просто говорю, что сейчас... Все, да, у меня... Я сейчас выхожу 5 секунд и делаем это. Нет. Я кольцо мороза кинул, ребят, им очень хуёво. Еще добить еще. Я бегу, бегу на перевес. Хроми будет что-то? Маны нет. А, маны нет. Ярослав, хиль у вас. Нажал кнопочку, вперед. Блин. Вообще? Мы уже все отдали. Я добил. Бэкайте. Я взял эту штуку, я пойду сверху возьму, подевьте эту, они, наверное, туда не успеют прийти. Так, у нас ульты просто были, у них не было, мы, мне кажется, должны были вообще их разъебать. Я Регения быстренько. И на точку вернусь. Сверху НСКУ трахают. Я бегу наверх помогать. Мне надо домой это поделать, ребят. Я без маны, без хп, без ресурсов, короче, отойдите лучше. На 16% мы успели зарядить. Уже результат есть. Ну, у меня через 15 сек ульт. Через 15 сек. Под мой ульт можно нормально трахнуть. Надо топ пушнуть, я считаю. Ну, Садар низом пушит сильно, мы можем на топе подъехать. Могут на Садар уже выйти, осторожно. Не, вроде тут все наверху. Блин, что это за стан? Сорян. Я не знаю, я не знал, что вообще у него такой стан есть. 3-секундный. Сейчас вниз пойдут зажимать нашу херню. Так, а давай много. Я поиграю с ними, пойду тут. Не, Андрюх, не надо. Лучше вчетвером подефим бот. Да, лучше подефим. Мы подефим. Андрей. Отставить операцию. У меня есть, если что, сейчас кнопочка. Я резнулся, бегу. Там Рагнарос спину. Рагнарос не бежит. Может его как-то быстро это? Потому что он на самом деле обосрался здесь. Да. И надо дальше всех убивать. Надо забирать еще точку. Потому что они не заполняют шаймеры. Да. Сейчас нажму кнопочку. Нажал. Я вас съедаю. Кольцо мороза кинул, сейчас замерзнут все. Там вопли настреливают все у драпа. Да и пусть настреливают, нам че. Че, кто на... Давайте кто хп поменьше, может наверх пойдет отобрать, мы здесь, потому что они скорее всего сейчас... Или наоборот. Нет, тут двое снизу остались. Я пока тут где-то между. Сейчас. Кирилл сюда идет. Бегу на... Да! Блин, короче, я выкинул манку и пойду на базу. А, сверху все ушли, плохо. Отдали точку. Я тут останусь, снизу. Я снизу, типа, зонящий, отвлекающий Maiden for Header. Я с MTV. Я тоже топ иду помочь. Все, я иду на топ тоже, короче, ладно. Ну, нам мы точку отдадим тогда. Или нет? Да, ну, блядь. Отдаем. Все, MTV, go, 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 go. Блин, ну тогда надо было тут что-то делать, я не знаю. Так, а вот ты все понял, принял. А куда голову-то? Да я думал, там люди там вроде хотели с нами идти. Ну блин, надо просто определиться, куда мы идем. Мы идем и туда, и сюда. Надо просто одну точку держать. Там кого-то, может быть, убить. И потом, если что, на вторую точку отжать, потому что... Вражеские звери поехали. Да, у них посильнее. Ну, у нас тоже, кстати, более-менее, так и на 66%. Подафить бы. Да, подъехать бы топ, это правда. Я иду.
снизу волна. Убить банш вот этот, который... Так, у меня ульта есть, конечно. А сейчас бы на них напасть, вот под этой, они что-то так давайте, стоят? Давайте. Что, не понятно? Там кольцо морозили, сейчас все замерзли, надо просто дэмэджу дать. Я хроми съедаю. Кольцо мороза. За говноросом, поверим? Да-да-да. Я сейчас дам ему. Че, может быть боссика? Успеем боссика? Да нет, да, не надо, знаю, трайк, блядь. Надо трайк, надо трайк. Шарит в этой игре ебучей, блядь. Надо. Вопли. Ты как там? Тут вообще нет вопли, вопли в команде противника. Ну или кто на сванкуш. А, вы обо мне вспомнили? Ну да, ну в смысле. Просто непонятно, я не знаю, хватит нам демпа, не хватит. Типа, если я что-то скажу, вы не измените совершенно, поэтому я не знаю. А при чём? Вот это чё? Не так работает. Кого еще что-нибудь захватят, какие-нибудь лагеря? Кто-то один толкнет его. Вот этот возьмем сейчас? Да-да-да. Да, я бегу. 16 добить. Давай. Да, 16, кстати, не плохо сейчас буду драться. Так, мне надо домой, тут мана нет. Блин, дай как мана быстро кончается. Чуть не хватает. Надо, блин, босс уже все. Долго. Ну что, на 16 или 15, сейчас бы подраться. Нормально. Да. Блин, не знаю, как выбрать талант. Там говнороз за нас запустил. Через 20 секунд это говно. Блин, подцепить их надо либо до этого, либо уже драться на маяках. Здесь мы их уже не цепляем, видимо. Как сказать? Вот это хроми. У них не спушится, что еще там наш тело работает. Да? Да я, блин, боюсь, сейчас ворвусь. А там как бы... На очки ты говоришь, я боюсь. Кроме тут одна, кстати. Я один заберу внизу, стойте все вверху. Они там все. Вот хроми какая-то подойдет, и я бы трахнул, да, он тут наглеет. Если они все, то окей. Главное две точки не отдавать. Это чистая правда. Они хроме, все хроме, там рядом, идите сзади. Снизу лучше. Или хроми трахнем. Трахнем хроми? Вроде трахаем. Мы тут вопли зажали. Минус вопли. Так, бок нашим. Помойку. Ну вопли, короче, не способен драться, у него хп нет. Не, он... Там хромич тоже не способен драться. Да, он это быстрее, правда. Он пискарап не способен, я это имею в виду. Чё, могу стянуть еще кого-то? Давай, Рагнарос. Я вниз, короче. Ну блин, вообще, давай, где давай. Может быть, нам надо находиться внизу, то ты же этот хил наш. Иду, я ваш хил, да. Вообще убить бы их здесь. Да. Можно вот кекса, например. Я кекса добил. Комфорт не влез, ошибочка. Ой-ой-ой, ребят, пошла игра. Сейчас у нас будет 100%, у них 0. Это жестко. Я задам, я задам. Откуда сверху выходим? Пошлите. Кто-то один банк ждешь? Давайте в пятером, может быть, сейчас соберемся. Да, надо в пятером вверх. Вон ты ж. Так, не надо до дома, наверное, сходить. Или что, или не надо? Блин, походу надо. Давай, я подхилю буру. Да ладно, не надо, поехали. Поехали. У нас очень большие пачки зергов, они хорошо должны давать в рот. Он просто молчит. Я не знаю, какой бой с ним получится. По нам волна говна едет. У меня ульта есть. А это слабая волна говна. 35 секунд ульт. А, Кирилл, смотрите, как подставился. Что это такое? Это ошибка, ладно, это ошибка, ребята. Я это была ошибка от капитана команды оппонента. А почему все молчат? Скорт умер? Я говорю вроде что-то. Я говорю. Умер. Говори, сука, говори. Слышишь? Я вас слышу, а вы не слышите? Да. Да. МТ я не слышу. Алло. Во.
Так, ну ладно, одну... А, так мы две стороны сломали? Нет, одну. Тут две стороны. Вы их уничтожили? А, тут всего две. Я не верил. Просто он опять не слышит нас, да? Не слышно? Тебя слышно. Не слышен только Ярика. Ну и ладно, спамил много, чего все равно. Алё, Алие, шкипер. Чувачок. Я, типа, когда Вилкову засасываю, ну ты кинь своего тута. Они же там ну, носят пидорасить. Так, ну, если я успеваю... Извиняюсь, если сюда... Нам надо босса прочекать, они его забирают, скорее всего, сейчас. Ну, я если в позиции стою, да, я стараюсь. Там Близзард дает. Да, они забирают. Все, бэкай, Ярик, не надо. Он не слышит нас. Не, ладно, его не спасти. Проблемы. Это просто дефаем все. Вот эту штуку заберем. Просто дефаем. Есть что? Нет. Просто под дефой, да? Да. Надо дефить. Внизу босса. Дрэк не слышит нас. Блин, Андрюха нас либо не слышит, либо упорно делает вид, что не слышит. Я предлагаю ливать просто и не считать это, потому что... Типа, так, ладно, хватит ныть. В смысле? У нас три драки, слышишь, нас, не было взаимодействия никакого. Из-за того, что мы сейчас не будет взаимодействие, все будет. У них тоже нету, расслабься. Все вот прямо сейчас работает. Не, у них ничего нет, у них снизу робот идет, они что-то пошли куда-то, непонятно. Я не про то, что они делают, а про дискорд. Нам сейчас базу с двух сторон просто снесут. Да, надо дефить как-то. Ну, нам все нужны для этого. Все, сейчас будут все. Вас четверо, сейчас не нафитьте, я появлюсь и пойдет дело. Можем быстро забейте на бот, топ дефнуть быстренько, вот это, чтоб не скучно. Там-то мы под героями не можем драться. А, хотя все, герои ушли, тогда босса пошли добьем просто. Они на маяке побежали, надо маяки успеть. Все, пойдемте. Сейчас одна драка, которая все решает. Одна драка. Нам надо топа дефать, иначе трон. Все, говорит Ванквиш. Пускай всем, блять, мам, всем только Ванквиш говорит. Да, он. Я стягиваю этого тоже. Ой, этот, сори, Машкит, этот не сбить. Стяну. Да забейте на хилл, убейте. Заградите, да. Хилла не трогайте. Когда он начинает кастовать, отбегайте его рожу. У Андрюха. Да я хуй знает, что это за герой вообще такой. MTV сдался, да. Ну окей. Ну а куда я за ним уже пойду давить? Ты уже не давится. Я бот заберу. Ой. А что это за герой такой, простите? Это ДД просто. Нет, я понял, но почему он типа жопой бьет? Ну он... Он ставит духов, которые тоже вместе с ним кастуют. Там илюски, да, как бы стоят еще, которые тоже на кору бьют. Ё-моё. Кору бить вообще нельзя. Ладно, хотя бы щит не сбили. Ну, топ я отдал. Пойду бот лифтить. Топ отдал? Ну да, нам не... Жди, блин. Надо все вместе боте сейчас оказаться. 15 секунд. Или мы поражебали. Ну то драку выиграли, но... Как можно выиграть драку, если у нас 5 человек, ну 4 человека умерло? Чуть бэкните, сейчас я 3 секунды. Я не знаю, они так оббегают, как будто они меня видят все время. Все, я уже бегу потихоньку. Давайте не дадим заполнить. Ух ты, ё-моё. Все, я в подходе. Я вообще лица нет. Проходит туда, залей всё. Меня бог не убивает просто. Мне тебя одного. Снегака добьет? Неплохо тогда. Там зергер, там придут. Да, зергов топ, ребят. Ой, я почти сдох. Вот, так, давайте зергов убьем. У нас 3 человека живы, у них 2. Я через базу, да, быстро буду. У нас 4, у них 2, в смысле, штил. Да.
Да могли все через базовый ванкиш? Нормально. Ну, нормально, выиграем еще, ребят. Так, чуть-чуть осталось. Блин, там хороший урон. Там вот эти зеленые гиблинги, они плохо так это. А, это байлинги, да. Они как у загары вкатываются и... Мне кажется, даже больше урона. Да. Ну, типа... Все, зерги поцеловали. Как бы да. Что надо за кем пойти тогда драться? Надо задуматься. Как их забрать? Давайте, мужики, на плюс морали, на плюс морали. Игра идите, только, хильтесь, только вот началась игра. Принимать драку, да. Идите, хильтесь, и команда сейчас нормально подеремся. Закинь. Вот это вот залупу давайте возьмем. Или, блять, я тебя не слышу, понимаешь? Лучше не делай, видишь, типа ты как бы ранен тем, что тебя не слушают. Лучше повтори еще раз просто, ты говоришь, Ванкиш. Так ты меня слышишь или не слышишь? Иногда можешь? Слышу, иногда нет, понимаешь? Как, смотри, как ты скажешь. Окей. Так, есть нажать. О, блин! Спить. Ага. Надо помочь. Ой, ты отрезал нас. Я воплю. Карпентера. 2 в 2, 2 в 2, 2 в 2. 2 в 2, аккуратнее, ребят. Бля, вон ты заебал что-то. Наш трон. Какой же ранимый пиздец. У нас, блин, решающая игра Best of 5 в ходу. Ну, я, блядь, не буду говорить, меня, блядь, не слушают. Блин. Чё нам? Нам как-то подефать. Есть чем? А, ну, шкипер подефает пока. Я один живой. Ну, сейчас 10 секунд, там уже порезаемся. Не, они, правда, все порезаются. Они босса пойдут сейчас. Да. Они заберут босса и пойдут маяки. Брать за счет этого. Поглядим, что ты умеешь. Надо на босса успеть сейчас. Да, надо сейчас вчетвером хотя бы пойти босса. У нас база пушится, проблема в этом. Босса. Только не ты фейс-чекай, а я буду фейс-чекать. Я могу нажать кнопочку вам. Нажимаем. Кирилл, вы есть? Текса как? Блин, босса забрали, текса не убили. Добить текса. О! Дискорд вернулся. Здорово, чел. Да, здорово. Блин, мы не можем драться за маяки, нам босс бот... Ой, топ пушит, а боты эти кемпы. Блин, ну жаль, все топ, я потому что дискорд сломался, это прям пиздец. Я вообще не понял, что мы хотим делать, не хотим. Ну, мы три драки проиграли из-за того, что никто никому ничего не говорил. Меня ультанули. Где? А ты что там делаешь? Вот. Ну мы если отдаем их, это уже ГГ. Нет, мы можем то кем... Ну, типа, если мы идем драться туда, мы отдаем тоже ГГ. Там просто боссик трон сломает, он не дефится, да. Если что. Ну, то есть его трон не дефит вообще никак. Да, я понял. Не дать щит снять. Ладно. Блин, камеры заполнили. Чего? Похоже на последнюю катку. Похоже. Ну, как обычно, мы ее проебываем, как и все последние катки на этом турнире. Ну, типа, мы не проигрывали, пока дискорд. Есть такое. Ладно, мы еще в игре. Хотя, блять, это не обороняется. 13 секунд огня. У нас урон до хера. Главное, ну, Дред, типа... не влетай, не умирай. Да, Андрюх, не влетай ты первый, ты ж хил. Да, Будласт просто это... Я там, Будласт сейчас просто, и будете делать это. Дал Блудбласт, какой на тот счет? Дал Блудбласт. Ребят, тут надо сначала на троне убить, как-то подстараться, это говно. Да, 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 нам припасов надо на троне убить. ГТЦ замерз, добить бы его. Не, пизда, трона нашу. Ему пизда, он умер. Я не вижу никакого ГГ, потому что... Кто-то задудосил наш дискорд, короче говоря.
Найс задос дискорда. Да, конечно. Беремся, у нас падает дискорд, когда мы можем брать всю их команду. Мы фидим все. Было такое. Никто друга не слышит. И потом еще драки две, мы также без дискорда, типа, продолжаем играть. Я что-то сижу, общаюсь, все это никто ничего не говорит, а потом я понимаю, что его нет. Типа, мы проиграли ход, за то, что дискорд упал. Кек. ГГ. А что вы паузу не бахнули? Не знаю. А, кстати говоря, почему упал наша часть дискорда упала, а ваша нет? Блин, ну мы бы ждали минут. А у вас в начале упало, у Карпентера и... Да, у меня тоже Дискорд упал, я поэтому перезапускал интернет, думал, что у меня с интернетом проблемы какие-то. Так, ладно, что у нас получается? CS сыгран, Left 4 Dead сыгран, Overwatch сыгран, сейчас значит получается... Ход сыгран. Сейчас получается Overwatch, дальше все игры для нас это матчпоинты, поэтому что сказать тут? Мы можем идти в Overwatch по-быстрому 0-4 и заканчивать. Ребят, а мультитрансляцию мы забыли или передумали? Да, я забыли. Не забыли. Хочу поздравить свою команду с волевым камбэком, ребят. У меня тут поднялась температура, лежу в кроватке, смотрю, как играете, и просто лучшие. Я тебя пригласил, Андрей Флэш, кто же пригласил? Выздоравливай. Если... Не болей. Не принял, да, болеть. Я вообще. Так, я... ты кек скинул или я кинул? Нет, ты в тебя. Я кинул. Так, ну чё, если Максим тут, мы идем в Overwatch, правильно? Еп. Ну вы подрафливали над нами, да, немножечко? Пикали там Ганзо, вот это вот. Ну Ганзо, он иногда просился прям наружу, было дело. Ну, моей кассе Ганзо очень понравился, я просто нажимал у него две кнопки, и он умер. Задрот. Но с пиками вы нас задушили, конечно. Единственного танка снеговику забанили, единственных танков забанили. Ну а нечего играть с этим, с маленьким пулом, что сказать. Ну жизненно вообще. Хорошо, что у тебя меньше пул, Андрей. Я что-то не слышал, что сказал. Андрюх, ты, кстати, если собрал мультитрансляцию, там надо нажать начать. Я тебя ждал. У тебя нет конечно. Еще. Флешка. А. Ты не нажал. Что я? Не принял, видимо. А, я вроде принял. Я тоже вижу, что принял, кстати. Интересно. Ой, что-то пошло не так. Короче, ладно, написано ожидание лидера отряда. Давайте, я все в дерьме, к сожалению. Я пригласил вас. Так, я принял. Принято. Так, шо, кто хост? Я батл так свой скинул, а то, мне кажется, ни у кого из моей команды нет в друзьях. Звучит здорово. Нет, счет, конечно, еще есть. Шанс есть довести до ничьи, потому что это best of 7. Мы так, мы чисто друзья на батон. А, дальше, значит, у нас... Ну, Warcraft похоронный. Ходс. Кох. Ну, я бы, конечно, на месте команды соперников после Dota и Warcraft. Всех бы там друг друга и друзей поударял. Ну, ты не на месте своей команды соперников. Понял. Да. Душишь мою команду. Задудосили нас сначала, по-моему, вот это начинается. Слушайте, а как относить... Блин, я осуждаю этот экран, мне что-то... Это рофл близов или что? А я, кстати, тоже хз. Чё? И почему-то это... нет никакого-то... Да. Не, ну это типа название страны у него на спине написано, да, но... И то, что он сбоку на перчатке тоже, это полное название этой страны. Но закрывает он очень интересно ее. То есть он, да, он закрывает сейчас. На Твиче за название этой страны, в принципе, многих людей банили. Я слышал даже какого-то стримера, который родом из этой страны, забанили за то, что у него там что-то было связано с этим словом. Не повезло, получается. Аккуратно. Надо было в другой рождаться, это он, конечно, ошибся. Я это, тут, короче, так, по последним событиям могу сказать, что на Твиче могут вообще за такую дичь забанить. А что было? Я не могу...
не могу сказать, конечно, за что. Да, Игоря забанили, но да, там вообще просто. Если интересно, а почему не можешь сказать? Это уже интересно. Ну, там такая причина. Официальная причина какая? А, он не просил не говорить? Ну да, да, да. Такая ситуация просто. Ну, за слова, в общем. Понятно. Ну, ты напиши в личку хотя бы за какие. Там, ну, не пиши мне ни в коем случае, не хочу об этом знать. Но это, свистани там немножко. Да не, не рассказывай как бы в общем, вообще всем, типа. А так-то это. Там ничего такого нет в целом. Просто абсурдно как бы. Немного. Так, ну шо, кто хостить игру умеет? Я не умею просто. Организатор, наверное. Яриченко создает. Вообще, решили, вообще какой формат. С другой стороны, гайс, я что-то смотрю их состав. Просто 60. Извините. Пока кто-то не за компом не отвалится. Бест оф 3 просто вроде нет. Или что? Или что, там на 20 минут играть? А, так у нас все, это конечное. Бест оф 5, ну мы растянем, если будет. Да, было 3, было 5 ход, что точно. Ну, было 5 ход, все у нас нормально так растянулось. Мне кажется, Бест оф 3 можно смело в овере сейчас играть. Да, так. В общем-то. Короче, да, это... Но у нас ход все игры были достаточно долгие по итогу. Там просто что получается... У нас флешка потный. Ну и то, по идее, относительно потный. У них просто, смотрите, у них гудок, супер хай рейтинг. Так, ну чё, я создаю, что ли? Вот. Вопли, злой снеговик. Наверное, каждый идет на разных режимах. Типа, захват точки, телега, понтелега. Ну, у них, в принципе, 6 игроков хороших. Тут нет никакого LS-ика. Вот, а у нас что? Я, NS, Powerfly, флешка, шкипер. На вот эти три вообще не играют, то есть... Как минимум, у нас есть человек, который не играет, в принципе. Ну, то есть, мало играет очень. Ну и опять же, по количеству звездности там и так далее, сейчас вы, в принципе, увидите все. А, залетайте. Тут чисто по звездочкам, по идее, будет понятно. Ну, посмотрим, сейчас посмотрим. То есть, по сути, по Overwatch, по наигранным часам у них больше намного. Будем надеяться, что реально флешка сделает это. Не, я не со студии еще, со студии скорости. Боевой дух команды. Да, боевой дух это вообще, блядь, шок ебаный какой-то. Не знаю, у нас что не игра на самом деле, то несерьезный все подход. Что-то... Все. Какой-то тильт. Я инвайт просто жду, потому что зайти сам не могу. Сижу чилю. А, приятного. Ерик, можешь пригласить, команда? Пожалуйста? Я не могу сам законнектиться, если не ты его да. Создаешь. Аналогично. Нет, если 0-4, дальше играть уже все. Конечное. Чё, ты сам дважды Гонзо брал. Ну, да. Блять, я не дурак пригласил, это правда, это правда. Я так сказать, сделал поинтереснее игру немножечко. А я не могу пригласить в игру. Или ты уже в игре? Что? Ладно. Не важно. Не важно. Ладно, еще вернулся. Кто в игре? Тут все в игре. Наша команда в сборе. Полностью. Да? Любовь готова.
Здрасте. Еще раз. Hello. Привет. А чё, плюс нужен? Неа. Капитан, надо спрашивать. Понял. Я зарохнул, сори. Ой, токсичный вопли вот это. Хвостик. Так, а у нас кого нет? Капитан, ты? Ты должен знать, кого у вас нет. Понятия не имею. Ну, я спросил, типа, плюс нужен? И как... Вообще, залетай, поехали, хер. Время делать это. Ну, у нас нет 6 игроков, типа, которые играют регулярно в этот самый вовер. А чел Валёк, АМТВ? А я не знаю, где чел Валёк. Ну, он же был тут где-то. Он был, но сейчас его нет. Даже надо призвать. Ну, Overwatch это как кубок прям, это вот решающая типа тема, кто побеждает. Да, это, блядь, меня бесит то, что у нас то одного нет, то другого нет. Чел, ну ты как ты можешь их винить? Ты сегодня в час написал гоу сегодня, может он... Ладно, хорошо, все. Бабушку спасает сейчас какую-нибудь. Будем надеяться, что у него получится. Если надо, я могу постандринить. Не, спасибо большое. Ну, мне кажется, не спасет. Короче, заходите, кто есть, поехали. Закинь мне инвайт, пожалуйста. Так у вас даже в принципе шестерых шум. Да. Ну, напиши конфу. А Валёк все тут. Так он что-то говорит, но его не слышно. О, Валёк ходит в игру, все. Кого не слышно, чего не слышно. Да, Валёк что-то там пытается говорить, но что-то не слышно. Да, Дискорд. Говорят, в Overwatch у вас люди не играют в команде. Ну, кто-то не особо, да, тут. Нормально. Мне хватит меня одного, поэтому. Покинь себе спектатора, пожалуйста. Чё кинуть? Кого кинуть? Куда кинуть? Ламбилу спектатора. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ты не лидер. Я не лидер, правильно. Так, чё, обычно я лидер. Какую карту, ребят, хотите? King's Row нормально. King's Row нормально? Все, поехали или чё? Как-то, блин, не знаю, что у нас спектатор со всеми сидит в одной конфе, это нормально? Я ревну, не парься. Да нормально, нормально. Да, он будет сидеть, давайте конфу, конечно, жесть. Да, блин, он сидит, грязный. Писканат сидит еще за команду красных, вот это вот, где все там по 10 тысяч звезд, и такой, блядь, обсервер, ты что, нахуй? Ладно, здрасте, приехали! Всем командам, ссорить нас между друг другом. Я вообще с опаской отношусь. В тот момент, когда мы думали, что у нас единственный танк, возможно, это Мурадин следующий, и только мы это сказали, его сразу же забанили. Как-то, хотя никаких предпосылок к тому не было, его не банили больше никогда потом. Поэтому это опытная подготовка, как бы, к турниру. Стрим снайпера, да, писькара. Вы, возможно, не все заметили. Все такие, на самом деле. Вы, возможно... Ой, блин, голова болит уже. Потихонечку. Что такое? Я не понял, все, ну понятно. Я не могу находиться в одной конфе с писканавтом. Да, здесь комфортнее намного, комфортнее. Ты понимаешь, в чем прикол? Писканавт во всех играх, типа, большой левел, но по факту он как бы... Не, в нас играем в соло, нас разъебал. Ну, в одной. Вы не зафокусили в один момент и все, и, блин, типа, да. Втроем надо было убить. У меня одной кнопки нету вообще, чтобы убежать. Так, это моя ошибка, я должен был оборона пикать нас, этого, да? Просто каждый оборона, день. Ребят. Ну, кто чё, на ком играет? Чё, давайте решать. Да, я либо на ДД, либо на танке играю. Я то время на танке. Самое, ДД, танк. Флешка ДД, точно. Выберите героя. Шкипер, флешка, танк, ДД. Хиромайт, танк. Короче, если не пойдет, играет, если не пойдет, попробуем по-другому. Я попробую на заре просто поиграть, если сейчас очень будет вопли душить. НС